Значит, мы сегодня поговорим о некоторых извращениях, которые у нас возникли в так называемой национальной политике. Значит, мы попытаемся обсудить вопрос, в первую очередь, об отношении к грузинам. И на примере Лео Бакери, это главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Значит, первоначально он попал в поле зрения всей этой, значит, общественности широкой. Тогда, когда Диссернет, то есть известный проект, решил заняться диссертациями в медицине. Ну, Диссернет всегда диссертации по медицине относился, ну, не приветствовал их по той простой причине, что он понимал, что медик от этой диссертации очень человек зависимый, и он часто ему надо заниматься своей медициной, и некогда ему заниматься собственной диссертацией. Поэтому, но как только они этим делом слегка позанимались, они выяснили, что главной фабрикой по написанию диссертации является научный центр Института сердечно-сосудистой имени Бакулева, значит, это возглавляемый Лео Бакери. Значит, некоторые слова, которые можно сказать по поводу вот этого центра хирургического. Там ситуация она такова, что он создавался как всесоюзный центр в свое время, как практически монополист, и кто его возглавлял, а его возглавлял сейчас Лео Бакери, он получал совершенно исключительные права и возможности у нас в стране. Как он с ними сделал? Значит, шел поток плагиата, значит, в котором особо отмечалось качество научного руководителя Лео Бакери и нынешний очередной академик Ревишвили такой. Вот. Но нас, с нашей многонациональной точки зрения, нас очень интересует следующий факт. Удивительное тождество их фамилий. Мы знаем, что ни армяне, ни грузины не имеют собственных национальных автономий в России. Безусловно, не имеют республик, которых, по большому счету, немного. Вот список некоторых... Чего не имеют? Автономий. Автономий, национальных автономий. Их зоны компактного проживания находятся за пределами Российской Федерации. Согласен? То есть Армения и Грузия не находятся... Большинство армян живут вне Армении. Это понятно. Но тем не менее, зоны компактного проживания, они находятся вне Российской Федерации. Их еще много во Франции, да, это так. Вот какой-то Меликанов, Алавердян, Шагинян, Азарян. Везде у них Бакерия. Вот еще у них прототип Давтян. Лабартикава еще такой бывает. Но Бакерия, я сам не уверен, что он грузин. Возможно, что мингрел, судя по фамилии. Может, мингрел. Вот такова, значит, ситуация. Почему это очень интересно? Потому что у этого продолжения было, ну, мало ли кто какие диссертации сделал, кто как нагло их подделал. Но получается, что Лео Бакерия выдавал справку в жизнь людям, корыстно или некорыстно, которые были к никакой научной деятельности были не готовы, которые готовы красть, подделывать, фальсифицировать, и сам являлся он, значит, в этой самой вещи. Особенно это имеет отношение к этим грузинам. Почему? Потому что мы все понимаем и отлично знаем, это надо сказать твердым, что по большому счету второе название, широко распространенное, уничижительное по поводу грузинов, это барсеточники. Ну, потому что воровство барсеток является грузинской, в первую очередь, специализацией. А эти фамилии, которые ты назвал, это какие-то врачи, ученые, кто это? Да, это люди, которые защищали кандидатские докторские диссертации. Ну, их там десятки, да, в основном, но да. Но еще стоит заметить этот центр на Рублевском. Да, да, через него такая-то. Значит, ну, сравнительно недавно, то есть в феврале месяце, по-моему, появилось некое анонимное письмо, распространяемое с неизвестного ящика на другие известные ящики по поводу обработки статистических данных, по поводу операций в Бакулевском центре. Было обработано и взято из регистратуры 11219 карточек. Было достигнуто следующие показатели. Вот, например, операцию, название которой я не написал. Ее среднемировой показатель по смертности, рутинная операция, 0,66. В центре в Бакулевском, да, 1,6. Вот в Петербурге есть детская клиническая больница, там делают эти же операции детям, да? Там вообще отсутствует смертность. То есть у них идет превышение практически в 3 раза над общим уровнем. Потом, значит, операция Норвуда, не знаю, что это такое. Американские показатели. 14,8 в США. Значит, в нашем этом центре, руководимом Лео Бакерием, 60%. Вот, значит, суживание легочной артерии. Значит, у нас 7,8 примерно, да? В Бакулевском центре 14,3.
Кроме того, большинство, значит, надо понимать, что такое Бакулевский этот центр. Он создан специально для выполнения сложных операций, ну, по сути, потому что это как бы ведущий центр. Но на самом деле там происходит нечто совершенно другое. Они массово проводят рутинные операции, на которые выделяются квоты. Тем самым они эти квоты забирают у других научных центров, ну, хирургических центров, потому что несложную операцию на сердце могут провести в любом центре. Смертность там будет гораздо ниже, чем в Бакулевском центре. Тем не менее, получатся деньги. А здесь идет вот такое выжимание финансовых обязательств из государства. Но вместо этого не делаются те операции, которые в этом центре должны быть. Ну, это же центр государственный. Да, а да. Каким образом? У тебя есть, у тебя, я знаю, по протезированию тазобедренного состава. Там выделяется на каждый протез определенная сумма. Если тебя запротезируют каком-то, то эту сумму переведут на счет твоего этого центра. Ну вот, например, у нас есть по протезированию два ведущих места в городе. Это институт Вредена, который там. И есть сейчас университетская клиника, она же клиника имени Пирогова, бывший северо-западный хирургический центр. Там есть городской центр эндопротезирования. Вот. Но во Вредено ты будешь стоять 2 года в очереди, а там будешь стоять 8-10 месяцев. Делают примерно одинаково. Хотя Вредено вроде и институт. Таким образом, почему это получается? Потому что вот эти квот на эти операции центру эндопротезирования выпускают больше, а тем выпускают меньше. Но эти квоты достаются еще всем. Эту операцию эндопротезирования делают даже в Петродворце, в поликлинике. Ее делают в больнице Сестрорецке на базе военно-медицинской академии. Ее эту операцию эндопротезирования делают, например, в Дженни Лидзе, в Институте скорой помощи. Везде это ее делают, как бы, но это большие, ну, это серьезные деньги для любой клиники. И они за них борются. Кто обладает большим ресурсом, в смысле лоббизма, тот получает эту квоту и больше проводит таких операций. Ну, это порядка 1 000 000 рублей, скажем. Да, сам протез и еще там что-либо еще. Я знаю, что таким образом вот на моих глазах мочканули центр Святослава Федорова. Когда-то у меня отец там делал операцию по катаракте. Нет, он был, там стояла куча народу, там нельзя было припарковаться. Народ шел. Что там было или как это стало, непонятно. После этого у них был какой-то конфликт с Минздравом. И в настоящий момент получилось так, что у них этих бесплатных квот отобрали. Теперь они все операции, которые делают платно. Раньше стоило копейки, теперь этого нету. А далее создали на базе 2-й городской больницы у нас в Петербурге центр офтальмологии городской. Там 8 офтальмологических отделений целых. Это в районе станции метро Озерки. И теперь делают там. Хотя здание старое, страшное, но почему-то отдали эти квоты туда. И там вот народ буквально давится, хотя вот стоит клиника Святослава Федорова, совершенно пустая, никого не, нет. Да, 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 филиал. Не знаю, как в Москве это все. Вот такова ситуация. То есть определенного рода маневр вот этими квотами. Поэтому Бакулевский центр под руководством Лео Бакери, он не только практически убивает своих пациентов, потому что согласитесь, что страшная эта цифра 14,8 при среднем по процентов, а у них 60% летальных случаев. Вот. Он не только убивает, но он отбирает эти деньги и финансы на у других клиник, у других врачей, он просто обирает всю остальную медицину. Размеры этого центра? Бакулевский? Да. Здоровенный. Огромный. Конечно. Он создавался как монополист московский по сердечно-сосудистым хирургии. То есть сердечно-сосудистая это является основным источником для русских это смертности. То есть это важнейшая это проблема. И вот это показывает, что когда рутинная операция в 3 раза выше, чем мирового уровня, и в бесконечное количество, поскольку вот в детской... Ну, у меня там знакомый, меняли клапана протезировали, да. Двуклапанный сердечный вставили. Да. Ну, это понятно, что большинство операций все-таки, вот 1,6%, они просто выполняются. Просто у него норма по рутинным операциям смертности, она превосходит средние нормы в 2-3 раза. Плюс они отказываются делать... Не норм, наверное, а статистика. Статистика, да, статистика. Ну, вот их... И для этого они статистику всячески от людей прячут. И вот сейчас у них, значит, получилось, что сегодня... У них там возник какой-то конфликт, но говорят, что сам Лео Бакери решил уходить. У него был любимый ученик Ревишвили, тоже академик,
тоже грузин и так далее. Но он решил сделать своим преемником свою дочку, Ольгу Бакери. Но Равишвили отказывается, что он имел хоть какое отношение к этой убийственной статистике и так далее. Но что я хочу заметить. У нас русских в стране 87%, как бы так считается. А профессоров и академиков? Не то, что профессоров и академиков. А мы видим, что в определенной группе, то есть в Бакулевском центре, ты берешь статью и начинаешь ее читать. Там хорошо, если одного человека русского встретишь. Там появилась Татьяна там какая-то, я в нее удивился, как это так. Заведующий отделением, да, в Бакулевском центре. Ну, пошел, и фамилия у нее русская, а отчество не Закировна. Закировна, я потом зашел туда, посмотрел, кто она такая, Закировна. Закировна, скорее, это тотальный Закировна. Да, скорее всего. Да. Ну, просто я говорю для примера. И так было за голос против русских. Значит, у нас получилось, что следующее, это и самое... Это было такое, что они как бы мало квалифицированы, или плохо квалифицированы. Значит, ситуация, она следующая, что существует определенного рода диаспора, ну, то есть был начальник или каким-то образом, он начал себе подбирать все окружение исключительно по национальному признаку. Исключительно. Не, ну по признаку знакомства может быть. Не знаю, по национальному. Чисто по национальному, по семейному, по национальному. То есть можно же и так. Не хочу слишком громко говорить, но когда Путин пришел к вас, он тоже своих питерских подтянул. Ну, питерских, вот и не происходило по всему вот этому. А здесь. Ну, у него там тоже как бы и друзья. Не, ну тут стоит, пройдет время, я расскажу. Не, просто это логично. Про ваших этих питерских все не вытворяют. Не, я просто объясняю, что это же логично, что человек хочет видеть на, ну, как бы. У себя в виде там, помощников, там, знакомых, людей, которых он знал, да, которые как бы знают их деловые качества и прочее. Да, понятно. Поэтому... Это твое предположение, что он... Нет, я хочу сказать, что нам, благодаря этой особенности национального меньшинства России, очень легко с этой проблемой бороться. Как... Я вот наблюдал аналогичную картину в городе Железноводске, это Ставропольский край, там один из курортных городов. Каждое утро я возвращался после завтрака домой к себе. Проходил мимо отделения внутренних дел. Он же чем Железноводск интересен? Ну, там мы понимаем, что в Ессентуках там греков много. Он был русский. Вот. УВД было все черненькое-причерненькое. Там такие девочки с черными глазками стояли. Оно было национально однородно. Слово черненькое, надо опустить. Имеется в виду, что как бы не русский. Но они не русские, черненькие, в смысле, что они были загорелые, темно-волосые, нет, они были не русские. И темноглазые, все как одному. Вот это такая вот ситуация. Я спросил, а что это у вас тут творится-то, у вас русский город вдруг? А у нас начальник там был какой-то такой-то, он себе всех подобрал, как ты говоришь, людей, которых он знал. Ну, вот, из хорошей семьи. Когда Игорь позвонил, кому надо? Я не Игорь не позвонил. Это неполиткорректно звучит. Да это принципиально звучит неполиткорректно. Поэтому я говорю, что благодаря их вот этой самой вещи мы имеем механизм очень такой замечательный, как с подобного рода вещами бороться, типа Бакулевского центра вот этого самого. Это называется кумовство. Это не называется не кумовство, к сожалению. Непотизм, как бороться. Да? Как ну, быть может, оно называется. Ну, когда родственников... Там, ты когда видишь... Ты видишь, когда у тебя... Международное определение есть, это непотизм. Когда у тебя они оказываются, так сказать, у них фамилии однородные, исключительные, оказывается, ты не, сразу можно, же начальнику... Подожди, можно маленько? Да. А здесь же есть вероятность, что именно в грузинской национальности специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям как бы талантливость в этой области оказался выше. Такое же бывает? Да, такое бывает. Поэтому у них смертность в их клинике составляет в 3 раза выше, чем в среднем по миру. Так это же тоже талантливо. Это тоже. Это чрезвычайно талантливо. А диссертации они подделывают. Вы поймите, надо же понимать, что почему грузины, они наперсточники. Вот, например, известный... Нет, у нас только русские были. Наперсточниками, да? Нет, это русская специализация всегда была. Я просто сам участвовал... Наперсточники это чисто русские. Давайте так говорить, что... Ой, наперсточники, барсеточники. Наперсточники не конец, конечно, барсеточники. Наперсточники, барсеточники. Мы говорим не о нации, на самом деле. Ну, как бы у каждой национальности, нации разные люди бывают. Ну, просто имею в виду, что как бы вот есть определенный род группы. Нет, зачем? Нет, если у тебя действительно, что отбор идет жестко по национальному признаку, где представители, скажем, титульной нации, а их должно быть большинство, если брать людей талантливых, ну мы так предполагаем, то они всяческим образом подавляются. Что происходит в Железноводском отделении милиции? Что в Следственном комитете Кировского района, недавно я на эту картинку наблюдал, тоже грузины, кстати,
и то на, в Вакулинском центре. Это приводит к громадному, у них зарезано в результате этой деятельности. Идет поток фальшивых диссертаций, фальшивых врачей, фальшивых хирургов. Они совершают, мало того, что должностные преступления, они совершают ошибки. Это приводит к массовой смертности, которая превышает мировые показатели в 3-4 раза. И это все тянется. По большому счету... Они скрывали это. Вот только сейчас появилась эта статистика по Бакулинскому центру. Скрывали они статистику. Там же до пришествия грузин было же, наверное. Ну, вот нету этого всего. Вот, например, клиническая больница, вот эта детская в Петербурге, она статистику каждый год публиковала. Ее можно было следить. Они ее скрывали. И она шла, в общем-то, итогом по всем операциям по России, и она на этом деле скрывалась. Игорь, а можно вопрос? Поставить? Да. Вот если взять историю революции, да, в нашей стране там. Ведь тоже, на самом деле, как и страны, революционеры были тоже, в общем-то, не титули нас в основном. Да. И странным, странным образом, да. Как бы, там очень было много и евреев, и грузин, там, и кого-то не было там. И в конце концов, как бы, это, на определенном периоде, там, у главы государства стал тоже Сталин, грузин, да? Угу. И начал вокруг себя тоже собирать, в общем-то, значит, людей не русской национальности. Да. Может быть, это на самом деле в этом есть какая-то логика нашей страны, на самом деле. Ну, это не, нет, это не является логикой. Я просто пробиться титульной нации, Да. Во Франции то же самое. Там же франки подавили галов. Нет, а можно вспомнить, лучше не франки, лучше Сирию вспомнить. Опять же, там опять это меньшинство национальное. Как их там это? Алаиды. Но оно же не национальное нифига, оно религиозное. Ну, пускай религиозное, но оно пришло как бы к власти, опять же, да? Нет, там не было особых проблем. У них премьер-министр был суннитом, допустим, нормальным. Но там... тем не менее, ну почему? Значит, смотри, ну я просто объясняю тебе механизм, как ты видишь. Ты видишь вот эту однородность. Ты пришел, ты руководителю этой однородности можешь сразу же давать срок. А статья потом под него найдется, ну реально. Был бы человек, кстати, найдется. Да, под него найдется, потому что это там взятки, особенно когда это касается грузин. Нет, надо. Это потом будет доказано, это будет без проблем доказано. Ты приходишь, что вот у тебя нарисовано, вот они тебе нарисовались, вот стадия общества. Это русский подход, и он... Вот, ну, они тебе... Вот вспомним фильм «Марсианин», там что для него было самое главное в самом начале у «Марсианина»? Определи свой правовой статус. Он же определил себя, так как я не на Земле, то я подчиняюсь подотчетен морскому праву. А действия мои можно приравнять к пиратству. И как только он это определил, он начал активно действовать. Вот это западный подход. Вот. Ну, у нас здесь пренебрежение к... Значит, смотрите... Ну, вы... то, о чем ты говоришь, это не закон. Нет, я тебе могу сказать, что есть признаки совершения правонарушения. Когда у тебя возникает... такая сладенькая компания какая-то, будь то в железноводском отделении милиции. А разве не было в советское время, там, например, в институтах в основном евреи были? Было, там, это было. Руководителями и... Нет, не всегда было, но такое нет, тоже было. Даже удивлялись, что вот ты не еврей, тебя же спрашивали. Ну это вот так довели русских, что до такой стадии, что, грубо говоря, просто... Притворяться евреем. Да, нет, я могу тебе объяснить. Чтобы попасть в институт. В Ленинградском институте ядерной физики. Его спрашивали, как же так удивляться? Может быть, ты все-таки еврей? Нет, мне такого мне не спрашивали. Ты мне рассказывал, по-моему. Нет, я тебе рассказывал про Альфреда Шакирова, про твоего товарища. Но большинство зрителей считают, что ты... Когда я ему решал сдачки по физике, он не мог никогда перейти с одного факультета на другой, он говорил, что я еврей. Я спрашиваю, почему я еврей? Потому что только евреи могут так хорошо решать сдачки по физике, да. Ну, он татарин был. И сейчас такое есть, то есть довели русских до того, интеллигенцию просто физически уничтожили таким образом, что когда видят умного русского, начинают думать, что он еврей. И попытаются доказать, что я вроде генетический тест давал, и глаза у меня голубые и так понятно. Далее. То есть, в общем, тебя признают за еврея, потому что ты все время умные выступления делаешь. Да. Да, это такая, это есть реальная серьезная проблема, и она имеет под собой право на существование. По той простой причине я говорю, что русскую интеллигенцию большевики практически полностью истребили. Они ее истребили, и как писала, по-моему, Надежда Осиповна Мандельштам, по-моему, что кажется, что вся интеллигенция ушла, и ее место заняли евреи. И это правильно, только надо узнать, куда... Евреи не интеллигентные, что ли? Ну, потом научились, конечно, научились. Ну, если почитать, например... Даже почитать этого, как его... Достоевского почитать. Достоевского. Кого ты хочешь почитать? Вместо интеллигенции занял рабочий класс и
Набокова посчитать. Набокова очень часто именно вот евреи являются... Ну вот это уже поздний писатель. Интеллигентами там. Поздний писатель. Но я говорю, что для нас и для всех, и это есть основание, что как только появляется вот такая сладенькая компания в Кировском следственном комитете Кировского района, в Железноводском, в Бакулевском центре, в философии, где-то еще, одобренная жестко по национальным признакам, это является признаком совершения преступления. Мы выходим, и руководителю, поскольку он старенький, хотя, конечно, Лео Бакери на вышку-то наработал своими зарезанными пациентами. Ну, нарезал, наработал он своей организации. А он сам оперирует, да? Ну да, он в основном делает передачи про все это. Он можно давать ему сразу же сходу срок условно. Да, как бы все-таки мы обсуждаем это безотносительно. То, что ты сам боишься, что сейчас можешь наговорить такого, что и тебя может привлечь. За оскорбление достоинства. Да, разжигание ненависти к социальной группе. Что мы имеем в виду, про что есть какие-то отдельные национальные группы. Мы не согласны тут все вообще с ним. Да, которые по этому национальному признаку как бы как-то скучевались, да, там. Путем кумовства там и что они еще, их деятельность оказывается вот. Может быть расценена, возможно. По поводу грузинов, там вообще такая ситуация. Помимо любой руководящей работы, какой-либо еще, ребят можно держать, всегда стараться как можно дальше. Из них, может быть, рядовые врачи или что-то, или как-то делается. Но это по той же самой причине, нельзя их подпускать на руководящие какие-то должности. В МПК, поскольку цыган нельзя назначать сторожами табуна лошадей. Их можно назначать, пусть они, хотя бы если вам деваться некуда. Какое значение имеет вообще национальность человека? Потому что есть национальная специализация. Есть национальный чин. Генетика. Нет, не генетика, есть просто культурные другие особенности, они, которые определяют определенного рода поведение. То есть ты считаешь, что все цыгане это канакраты? Ну, риск получить цыгана конокрада, он, ну, в смысле цыгана встретить конокрада в 100, а то в 1000 раз больше, чем представителей другой национальности. Я общаюсь с цыганами достаточно часто. И как бы у меня есть опасения, допустим, что мало ли... Да, не могут что-нибудь украсть. За все время, сколько я с ними общаюсь, много лет, может, там лет 10, никогда ничего не украли. Удивительно это. Только ты. А их очень много бывает. Этих приезжают, они там. Не, ну тут партии. Объяснимо. На самом деле цыгане на самом деле. Не, потому что ты не ты. Наше не, представление ты, о цыганах. Ты не понимаешь. Не просто, потому что ты для них не источник, где можно украсть, а источник сбыта краденого, понимаешь? Да, ребята, ты для них источник сбыта краденого, они у тебя не воруют. Они нет, не гадят. Я считаю, это еще можно смотреть, Булат. Это стереотипы. Только честный человек поделится краденым с подельником. Ну, что и происходит. Вы у меня уже и подельников сделали. Я сразу же общаюсь с цыганами, значит, я с этим скупаю и продаю краденым. Нет, я считаю, что есть некие стереотипы. На фоне, я уж не знаю, там, какой-то неприязни, да, там, какой-то, или там боязни, страха, там, да. Возникают это... вот такие рода сказки. Это не сказки. Горы, там, почему все? Ну, я тебе просто... все грузины борсели. Я тебе просто объясняю эту ситуацию, что у тебя встретить конокрада среди цыгана... тоже гораздо чаще. В данном случае нечестно, потому что ты... тобой руководит как бы твоя нечистая совесть. Когда к тебе приезжают цыгане, но... ты их постоянно, я извиняюсь, подожди, ты их постоянно дуришь там по поводу цены того, что они привозят. Ну да, потому что ты знаешь, что для них товар остался бесплатный, да, поэтому, ты их двигаешь по цене. Ты чувствуешь, бизнес. Что ты их немного обманул. Почему? Ты чувствуешь перед ним вину и их обеляешь постоянно. Не, вы зря думаете, что я их обманываю. Я с ними хитрю, но не обманываю. Это разные вещи. Обманывать это значит заветом как бы вводить в заблуждение. А хитрить это значит показывать все и говорить, что это не нужно. Ладно, ребят, я просто к тому говорю, что давайте все-таки избежим каких-то стереотипов, что там. Ну это не стереотипы, это же действительность какая, потому что среди грузинов, например, воров в законе было очень много. В общем, по этому. Приятели Лео Бакири нехорошие люди, вот так. Ну скажем так. Да, не, группа, не только. Это есть группа, да, которая организована там по национальному. Игорь это предлагает как бы вот так. Нет, я предлагаю простой механизм понижения преступности в отдельно взятой стране в России. То есть все группы. Все группы по национальному признаку подлежат особому вниманию правоохранительных органов. Ну это будет гражданская война. Нет, она не будет, они утрутся.
Не будет никакой гражданской войны. Почему? Это же странно. Ты же не собираешься их репрессировать, убивать, странно что-либо там давать. То, а что для решения вопроса разогнать. Мы, как бы вот, исходя из рассуждения, открываем довольно простой, довольно внятный способ определения. Как? Вот достаточно взять статистику, посмотреть фамилии. И очевидно становится, что что-то здесь не так. Достаточно привлечь некое внимание, покопать и найти некие объективные причины и так далее. Совершенно верно. Но никто не смотрит. Да, совершенно верно. В этом и интересен, что почему такой простой наглядный способ, вот он как бы получается никем не практикуется, не обнаружен, и все как будто бы не знают, что делать. Да, потому что это вот такое ханжество своеобразное. Ну это не ханжество, здесь очень старая статья. Нет, еще раз, я бы все-таки вот как бы национальное определение здесь группы как бы снял, потому что... Нет, здесь только... А я скажу, что здесь важно только национальное определение группы. Ничего другое здесь не важно, нет, только национальное определение. А если ты видишь, допустим, что... Там, давайте продолжать неполиткорректность дальше. Если ты приходишь, видишь, что там везде геи, да? Давай, это следующий же шаг, да? Да, вот. Кстати. И ты думаешь, причем там тоже есть как бы какая-то протекция там. Да, есть, но протекция есть, но она... Это голубое лобби называется. Да, голубое лобби есть, но оно не связано обычно с массовыми правонарушениями. Как это не связано? С фальсификациями и всем прочим. Ты не же связано. Вот любишь постоянно про это, РПЦ рассказывает там. Там как бы есть некое голубое лобби там. И то, что вот этот Диаго Кураев вскрыл, он как бы в частности намекает на то, что оно есть, и оно сильно. Ну, есть голубое лобби, что... Ну, это же тоже как бы преступная группа, которая не по национальному признаку, а по какому-то другому признаку. Не очень понятно, вот смотри. Ну, а чем она является особо преступной по отношению к другим архиереям? Ну, хорошо, вот, а почему как бы... Ты же только что сформулировал по национальному признаку. Ну, так это не является преступлением. Не об этом речь. Насилие не преступление? Ты говоришь, что по национальному признаку можно определять. Да. А тут говоришь, что здесь никакого преступления нет. Да, нету. Непонятно. Нет. А если бы это были не грузины, а эстонцы? Да. Понимаешь, да. И ты бы сказал, то есть работает это или нет? Или ты говоришь, что конкретно грузинов надо, вот конкретно грузинов и конкретно цыган? Или эстонцы, нет, не знаю, грузины... эфиопы, вот вдруг у нас всю клинику сзади. Нет, кажется, у нас все эти дворники, на самом деле, это либо таджики, либо... Так они точно там же. Да, это группа. Ну и как, и как? Мусор воруют. И как? А, мусор воруют, ну понятно, да. Они воруют мусор, а понятно. От этого умирают крысы. Ну тогда, есть. Тогда я соглашусь. Это не скрыт, на самом деле, у нас выше, чем на самом деле. И вороны. Ладно, не смешно, да? Да как же не смешно. Нет, ну давайте как бы, если серьезно говорить, все-таки национальность... Нет, ну вот видишь... Это не определяющее. Сборниками. Нет, как раз именно национальность еще является определяющей. Неважно, потому что есть определенного... Мы все знаем, чья-то какая... конкретная национальность или национальная однородность вообще. Ну, не всегда... Не всегда? Не всегда однородность. Я вот, например... Какое-то утверждение. Не всегда, но что касается архаических народов Кавказа, то практически всегда она является... указанием на правонарушение. Вот, например, я вам другой пример. На рынках Москвы указывают, на самом деле, что в основном все там торговцы, в основном азербайджанцы, армяне там. Тоже, наверное, по протекции. Да, азербайджанцы. Да, почему так? Это тоже вот группа какая-то? Да. Является... Это как называется? Этническое... Они не дают русским там торговать? Не нет. Сама ситуация такова. А в чем так? В чем борьба должна состоять? Заставлять русских идти торговать или что? Нет, я... Или эстонцев... Не получается на самом деле, что наши русские не хотят идти в сердечно-сосудистую хирургию? Да, я согласен. И точно так же... Не хотят получать потери диплом. Точно так же не хотят убивать. Не хотят идти торговать. Нет, они не хотят... Они хотят быть чиновниками. Да нет, да понятно, ясно. Они не хотят идти. Не хотят заниматься сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не хотят. Они готовы работать где угодно, только бы не под руководством Лео Бакири. А у него получается таким образом, что единственный за годы его блестящей педагогической карьеры, единственный его наследник, кто могла принять этот громадный институт с его армянами и грузинами, это его родная дочь. Никто остальное... Опять не политкорректно, на самом деле. Как ни странно, из истории известно, что когда Иисус Христос умер, то первую общину Иерусалимскую должен был кто возглавить? Ну, наверное, первый ученик Петр, да? А возглавил его брат. Этот Яков Праведный. И он был первым патриархом. Это тоже неполиткорректно. Хотя на очень высоком уровне неполиткорректно.
Почему? Ну, ну, как? Ну, вот непонятно было. Ну, как? А что, что здесь неполиткорректного-то? Ну, потому что община, какое отношение общины к имеет... Еще раз повторяю, это ситуация, если бы она была единственной с Ольгой Бакери, это можно было бы пережить. Да везде у нас так, что если ты сын генерала, то будешь генералом. Подожди, он понимаешь? Обвиняется в том, что он грузин? Ну, а почему не нашел свой сын? Или в том, понятно. Что она его дочка? Это ведь разные вещи. Да. Не, обвиняется в том, что процент... Игорь, почему, за Нико ставит, почему этот сын генерал не может стать Машей? Да я знаю, потому что у Маши есть свои дети, да. Да, вот и все. Это же нормально, как бы, вот так, по-человечески. Но тем не менее, наиболее ярко и хорошо это проявляется в той, значит, самой ситуации, которая у нас связана с кавказскими национальными диаспорами. Есть же известная же штука про Шуру Балаганова. Из 12, а нет, из золотого теленка, что когда у него в кармане 50 тысяч рублей, его крадут за то, что он украл мелочи из этого. Точно так же и с грузином, настоящим грузином это так. Конечно... Люблю грузинов просто. Так что с точки зрения... Хороший грузин. Да? Сталин? Ну, есть все-таки нормальный грузин? Да, есть. Ну, барсетку лучше от них держать подальше, да. Не, ну он же был такой аскет. Ну, сам, как и смешно, Сталин, на самом деле, был одним из тех, кто устроил эксы. Да, это известный факт, да. Его как бы в этом... Ну, там барсеток не было, приходилось... Да, приходилось грабить поезда, да. Он как на самом деле, как этот, как преступник-разбойник, а не как... Да, вот это вот такая штука была. Как на самом деле... Просто это национальная специализация. Бывает, это национальная специализация, эта репутация, она бывает как бы незаслуженной. Ну, например, мы знаем, что вот латыши были тихим, спокойным народцем до революции 17 года. А потом взбесились. Потом как взбесились. Там расстрелы, здесь расстрелы. 45% в ГПУ их до одно время не доходило. Латышские стрелки, да. То в Ярославле русское восстание подавят, то еще чего-то, то людей пытают, то массово расстреливают, непонятно. Как не возьмешь руководство, там Петерс его возглавлял. И поляки тоже плохие, да? Нет, значит, с латышами. Вот такая ситуация. А потом все как бы успокоилось. На самом деле, я могу попытаться снять с них эту, значит, камень с их души, такой. Это были грузины. Это были грузины, да. Крымские татары по той версии, все примкнули к фашистам, все предатели. Ну, практически 100%. И поэтому стали правильные. Нет, неправильно. Почему? А что, надо было расстрелять, что надо было всех? Нет, почему? Почему их надо было расстрелять? Что надо было делать? То есть они все как бы предатели Родины. Да, что с ними надо было делать? Сталин как бы занимался тем, что репрессировал целые народы. Вот это было совершенно неверно, репрессировать целые народы. Ну, ты же сейчас тоже по национальному признаку предлагаешь. Я не предлагаю по национальному признаку репрессировать. Я говорю, что если... Ты же грузин собралась в одном чате. Да. Это можно просто взять твое выступление в методичку будущего НКВДшника. Да. Как определять врагов народа? Во-первых, уже национальность. Во-первых, он должен быть грузином. Да. А кто у нас грузины? А, они у нас барсеточники. Все, пошли. Так? Нет, это политколлега, который слишком много здесь барсеточников. Да, это правильно. Это вот такова вот ситуация. Нет, на самом деле у всех наших гостей есть прекрасный выход. Поскольку здесь в России ксенофобия неискоренима, а где же ксенофобия неискоренима? У нас там ксенофобии вообще нет. А? У нас нет? Нет, я считаю. Ну вот здесь она прям процветает. Да. Ну, это на самом деле... Игорь, он просто, он архангельский еврей. Это вся ксенофобия в России. Он пытается насадить. Вы поймите, что это просто троллинг. Все русские любят всех. Я предлагаю всем понять, где это смысл этого видео. Это просто троллинг. Ну вот, в общем, вот такова ситуация. Это вот... Так, ксенофобия. Да. Евгений, а, пусть в Европу едут, там лучше. Ну, наверное. Но тем более они имеют... Пока, защитили диссертацию под руководством Лео Бакери. Имеют пока они туда не приехали. Такова ситуация. Поэтому как Саакашвили с этой клакой расправлялся, это вообще удивительно. А он расправился, да? Ну, в значительной степени, да. В значительной степени, не, да. В одно время считалось в Советском Союзе, что как бы вот вары в законе были часто именно вот грузины. Почему? Ну да, чуть-чуть не 50%. Не все они были грузинами, например, дед Хасан хоть из Грузии, но он курд. Не, он езид. Нет, он курд изид. Не, просто так сложилось на самом деле. Это курды, которые поклоняются. Которые поклоняются шайтану. Но это никакого отношения к национальности не имеет. Шайтану? Так сложилось.
Нет, это не сложилось, я могу даже объяснить. Сильно не шайтану какой-то? Да, да, и Бог... Объясни, почему это так. Это сложилось почему? Потому что мы знаем, что рейтинг против предпринимательства и прочего в Центральной России был высок, а на окраинах был слаб. И в результате так называемые цеховики, они на национальных окраинах, они кучковались, мягко говоря. Ну, там было можно заниматься полулегально вот этим способом гораздо легче, чем варить те же самые джинсы в этом в Центральной России. И там, где у тебя есть нелегальный бизнес, то есть нелегальное производство, то там у тебя возникает криминальная крыша их. И она там появилась. И в конце концов, насколько я знаю, было заключено соглашение между бандитами, то есть ворами. Ну, ворами. Не, бандиты и воры. Да, это разные вещи. Между ворами и цеховиками, что те платят им 10%, по-моему, да, какую-то свою плату от оборота, а те их как бы их охраняют и не трогают при всем этом. То есть, по большому счету, именно в Грузии находилась мощная кормовая база для воров в законе. Именно поэтому, имея вот такой определенного рода мощную финансовую подпитку, там и возникли вот эти кланы всевозможные воров в законе. И там бывало так, что один и тот же человек был доктором искусствоведения и одновременно вором в законе. Это на каждом шагу. Игорь, а можно защиту, кстати, вот этой группы грузинской? На самом деле, есть представление о том, что вот якобы мы живем там в современном государстве, якобы вот у нас устроение нашего государства там соответствует каким-то современным представлениям, как оно должно все это быть. Реально мы живем в средневековом государстве. Вот если посмотреть на то, как устроено. А в средневековом государстве такое кумовство – это норма жизни. И как бы если способ выжить. Да, ну это просто норма жизни на самом деле. Как бы. Доверяешь только тому, с кем, условно говоря, с кого хорошо знаешь с детства, да, с кем учился там в школе, с кем там провел юношество и так далее. И это на самом деле как, вот, не относится только к грузинам, это сплошь и рядом везде. Я могу тебе сказать по фирмам, допустим. Да я тебе... Вот, тебе... вот фирме, как правило, доверяют только родственникам, понимаешь, или тем людям, с которым ты провел там... Наоборот. Но на самом деле, я вот смотрю, как устроено все, в основном доверяют только родственникам. Вот, это, например, ну, несколько есть там примеров, там это не важно. Просто у нас государство, на самом деле, так уж устроено, что мы не можем добиться некого формализма, который позволил бы не взирать ни на национальность, взирать ни на то, откуда человек, и что, и как. Нам приходится, на самом деле, опираться на некие родственные связи. Ну что, тот же Лео Бакерия, он что, не учился с большим количеством русских или кого? Чего же у него коллектив-то такой однородный? Он им больше доверяет, он с ними провел детство. Так он с ними-то, может быть, им больше доверяет, так чего же у него профессионально непригодность? Ну, опять же, я говорю, на Путина ссылаюсь. Путин тоже ведь доверял тем людям, с которыми он в Санкт-Петербурге работал, которые с ним начали. И как они у него все, что по национальному этому... Причем не национальному, другой признак. У него она по национальному получилась, у другого получилось по признаку там, территориальному, у третьего получилось по признаку... Там, только мы наблюдаем, что везде по национальному фактически. Нет, что там, человек 70 в этом отделении милиции было... Это совершенно не в Железноводске, а ничего, все близкие родственники друг к другу, нет, они подобраны по национальному признаку. Еще раз говорю, что ну, по этническому. Некоторые по национальному, некоторые по территориальному, там, это, все по знакомству. У нас, на самом деле доверяют только близким людям, с которым, как бы, условно говоря, провели детство, которым можно доверять. А если, допустим, приходишь в Сибирь, формально у нас там... есть... Договоры не действуют. Да. В ДНР приезжаешь, а там все как бы все лучшие очень. Писатели-фантасты, понимаешь? Но. Вот. Все. Можно сразу всех... Нет, это на самом деле не смешно. Как бы. Я просто имею в виду, что ездили на один и тот же форум. Игорь, выбор. Игорь, выбор. Возможно... А ты драматурги не вписываешься. Смотрите, последний мысль. А в Луганске там поэты, в основном девочки. Игорь, обвинение имело бы место только в том государстве, сразу сажать, которое организовано путем договоров, где на самом деле действуют договора. Вот где действуют договора, там можно взять любого человека, исходя из его личных качеств, ну, в смысле, там, профессиональных этих способностей и прочее. Там, где в государстве, в котором договора не действуют, то есть, в котором некая есть раздробленность феодальная, как у нас сейчас, действует только знакомство. То есть, да, мы как бы живем по понятиям, там, а не по закону. То есть, вот он берет человека, которого вот он доверяет, он понимает, что этот человек может, как бы. Да по каким мы понятиям живем-то? Да, по тюремным, по тюремным уж точно не живем. Живем мы по понятиям, что по тюремным понятиям не живем. У нас, например, я говорил, что я вот работаю в сфере там, торговли. У нас это все держится чисто вот так. Вот сказал мужик, значит мужик сделал. Вот так. Никаких договоров, все подписывают, все формальности. Чисто вот так вот как бы сказал, забились там. Купеческое слово, что называется. Все. Ничего не работает. Только купеческое слово. Ну, общественный договор, да. Общественный договор. Если бы общественный договор. Просто купеческое слово. Один на один, это как бы такая. Формально должно быть. Это есть общественный договор. И в случае каких-то проблем должен был быть суд. Общественный договор – это договор общества с государством. Почему? Общественный договор – это договор членов общества между собой. Такой существует, что они их не кидают.
А ну, бывает, случае, что, что он не работает. Локальное. Что он не работает. Не работает только личное. Это взаимодействие сторон. Не формальное взаимодействие через договора, а личное. И поэтому, как каждый... Это все попытки увести... Я говорю, как оправдать, я пытаюсь. Увести проблему от ее реального положения. Я думаю, что на самом деле везде так. Я думаю, в этих каких-нибудь... От реальных положений. Точно так же друзья губернатора работают. Там, а да, про латышей забыл там, сказать. А про латышей там следующая ситуация была. Ну, понимаете, что когда у тебя есть система революционеров, то представители разведслужб окрестных государств пытаются с ней работать, внедрять своих агентов, что-либо еще было. Проблема русского языка, то, что он тяжелый, очень тяжело говорить без акцента. Поэтому, когда ты внедряешь человека, способного, умеющего стрелять сквозь брюки из карманов, из двух револьверов одновременно, точно в цели, и обладающий большим количеством других этих вещей, ну не дается им русский акцент, ну никак просто. Поэтому было, и нельзя его было выдавать за представителя любой большой титульной национальности, какой-нибудь другой. Поэтому выбирался малый народ. Вот для британской, судя по всему, разведки, таким универсальным народом были латыши. Спрашивали, а что ж ты по-латышски так плохо так говоришь? Да вот я обрусел, а по этому, а я латыш. Но все, кому надо, они понимали. Вот таким конкретным примером, например, являлся Петерс, фактически глава нашей разведки, то есть заместитель Сержинского. Вот, допустим. Если возьмете его биографию, это удивительная биография. Все репрессии шпионы сделали у нас. Ни на что, его в 38-м году, по-моему, расстреляли его. Ну, я всем предлагаю решить эту задачку, у меня есть задачка по этому поводу. Будь у меня диплом, не хорошо знающий английский язык, я бы ему ее задал. Про Петерса. Он приезжает туда, а после этого всю латышскую организацию их арестовывают, и даже не то, что арестовывают, а просто убивают. У них было какое-то дело, они засели в доме, и их штурмовала аж армия. А он чудесным образом выживает. Потом в тюрьму приходит сам Уинстон Черчилль. А грузины как это? Через 5 месяцев. Да. Не, а грузины это рептилоиды. Они те, как четыре. Через 5 месяцев, значит, он начинает, выходит из тюрьмы, до этого он не говорил по-английски, считается, и начинает встречаться, то есть сожительствовать с двоюродной сестрой Уинстона Черчилля. Вот такое бывает. А потом проходит некоторое время, он находит себе новую пассию. Удивительный был человек. Простой из рабочих латышских, что называется. Он женится на дочке какого-то банкира. Не веришь в латышских рабочих? Да, я верю. Просто считается, что как раз круг английской аристократии очень закрытый. А тут очень трудно найти наружу. Петерсу это, безусловно, удалось. А что ты не начнешь осторожно верить, это агент немецкого империализма? Ну, если это действительно так, так это же известный факт. Получается, что все революционеры считают агенты? Ну, очень многие. Вот и что там, такие есть биографии, а товарищ Артем, А теперь грузины вернемся отсюда. Точка какая здесь, схождение? Потому что я хочу сказать, что внезапно вспыхнувшая негативная это не карма, как бы, биография латышей, она во многом смысле наведена. Может быть, этот вот, как его там? Бакерия. Бакерия, может быть, это тоже шпион западный, его заслали под видом грузина. Да. И он как бы под видом грузина других шпионов. Он портит статистику, он ссорит как бы русских грузин. Причем все операции нормально делаются, но просто он специально подписывает, что плохо. Да. Просто портит. Никто не погибает на самом деле. Да. Это как бы такие... Нет, я согласен. Понимаешь? Поэтому они и скрывали, то есть имеется в виду, они скрывали истинную, подлую, хорошую статистику и подсовывали испорченную плохую. Да, чтобы их не раскусили. Чтобы опорочить. Да, ну это, конечно, именно так, да. А ты купился на это, и получается вот... Да, я в этом, да. Отзыв, да. Который будет под этим видео, я тебе просто гарантирую, будет он... Игры пытается стравить русских с грузинами. А Игры считают, что это целенаправленная идея создания национальных анклавов с целью управления в том числе государством. Ну да, у нас же сказано, что у нас... Это далеко шагнуло. У нас является этим... Источником власти является многонациональный народ Российской Федерации. Да? Вот. Можно посмотреть, что скрывает за термином многонациональный. Например, недавно был выложен список Многонационального союза молодежи России, РФ. Раз многонациональный, то должны быть представлены все национальности. Там действительно национальности многие представлены.
За исключением русских, разумеется. Русские там не представлены, потому что многонациональный народ, они не входят. Отсюда следует, что когда источник власти России является многонациональный народ, то это любой народ, кроме русских, что называется. А может, правильно это сказать? Да. Вот, смотри, вот у Бердяева есть эта статья интересная, посвященная как бы еврейскому вопросу. Да. И он нам как бы осуждает именно антисемитизм на том основании, что а как вот, вот вы сами русские, задумайтесь. Вы сами должны, если вы считаете, что как бы вот евреи где-то там лучше, там или что-то они заняли руководящие посты, вы сами как бы ну, начните что-то действовать активно, начните там науки там что-то производить, это начните там заниматься политической деятельностью и так далее. И, как бы неизбежно, если у вас большинство, вы окажетесь, ну, да, все руководящие посты будут это, русскими, да, это, и соответствующие посты в институтах, там, не знаю, там, научных учреждений тоже окажутся за вами. Но это же как бы логично. Может да. быть, здесь обратно, что ну, как-то вот эти поэтому... как-то не дотягивает? Да, она не дотягивает, она по понятным причинам, потому что у нас... Есть враги, враги. Нет, у тебя есть история. Религия же была воплощена до 17-го года. Это... Нет, это... Надо с детства просто всех русских тренировать. Получается, почему-то, Игорь, чтобы мы победили. Получается, смотри, как бы в том, что вот... на руководящих каких-то там постах организаций, различных там институтов, на медицинских учреждениях, на политическом поприще. Другие не хватает русских, виноваты, конечно, не русские, а виноваты все другие. То есть русские ничего делать не хотят, лежит Иван на печи, как бы ничего не хочу делать, типа там, там как бы, да, другие на самом деле хотят это делать. Они делают и это из да. посты и поэтому... А теперь, получается, виноваты все. Да, и поэтому Владимир Ильич Ленин изначально говорил, что главная задача их это борьба с русским национализмом. Да? Это вот это и такая у него была. Нет, с русским чиновником что-то. Нет, и русским национализмом, потому что мы понимаем, говорил Владимир Ильич Ленин, цитату можно точно найти, что в силу своей численности великороссов они будут всегда доминировать, поэтому мы должны их искусственно сдерживать и так далее. И это имело на практике громадное количество всевозможных приложений. Это и другие закупочные цены на продукцию сельхозного назначения, что касается Центральной России или той же самой Грузии. Хорошо, это было в истории. Это было в истории. Почему сейчас не изменилось? Потому что существует определенного рода идеологическая установка, что источником власти в России является многонациональный народ. Ну, пускай является многонациональный. Да. Ты только что сказал, что там нету русских. Почему нету? Поэтому... Ну как? Ну русский кто виноват? Русские никак не виноваты, кто ну, что понятно. Не виноват. Я согласен, что не там, что вот собрался многонациональный союз молодежи, виноваты русские, которые в состав не вошли почему-то. Нет, ну, они могли учиться воровать барсетки, можно, а они не вошли. И коней. Да, и коней надо научиться было воровать. Это как бы вывод. Вот где оказывается скрепы-то зарыты. Это статистический вывод. Я имею в виду, что... А какой тебе вывод? Такой он есть. Виноваты, хотя бы... Надо то, что они не могут там продвинуться это... по социальной лестнице там. Или не виноваты они в этом? Виноваты. Там каждый человек что-то может. Да, конечно, виноваты. Да, виноваты, да. Надо было бы становиться барсеточником. Вот надо было взять, как на... Понимаешь, если говорится, в теории заговоров всегда же как говорится, что те, которые вот захватывают власть, они действуют нечестно. Да. А мы действуем честно. Да. Вот. Если бы мы действовали нечестно, конечно, было бы все хорошо. Нет, да. Понимаешь, мы бы захватили. Но да. Есть статистика, если на население России 87% ты сказал, да. составляет русские. Но все действуют чисто статистически, если бы все действовали одинаково, они не одинаково. Русские должны были 87% руководящих. Да, да, да. Они не одинаково. Да. Статистически. Тебе говорят, в теории заговора они действуют не одинаково. Они же не просто не одинаково. Честно, да. А те нечестно. А те нечестно, да. Те опираясь на передовую идеологию. Вспоминаю тему того, что у русских, как ни посмотришь, всегда виноват кто-нибудь другой, но не они сами. Всегда виноват там. Татары-монголы, какие-то мечеи виноваты. Сейчас Европа виновата с Америкой. Да, там, да. То, что русские плохо живут, всегда виноваты кто-нибудь да. другой, только не они сами. Они понятно. Сами хотят что-нибудь сделать. Нет, да ясно. И вот и точно так же вот с этим центром Бакулевским, из Бакерии. Виноваты в этом русские. Вот это в этой самой статистике, что 60% против 14,8%, то есть 4 больше. Так нет, ты пойми, я с тобой согласен, здесь виноваты это исключительно русские. То есть это не вина Бакери, а также там Авердяна, Шагиняна, Варьяна, Давтяна и всех прочих. И Равишвили. И академик Равишвили. Не их вина, я с тобой полностью согласен. Если бы было бы много хороших специалистов среди сосудистой медицины из числа русских,
Да. Они бы могли проявиться. Они да. в клиниках. И там вот один из не них... могли бы в клинике какой-то другой или этой тоже там... Да. Не, у нас три, вот только, по-моему, прошлым летом первую операцию на сердце провели. А всех отправляли в Москву, да? В областную больницу, да. Нет, там были, вот, которые рассказывал, у него была русская фамилия, проверил, он имени не русский, по-моему, Ильин даже врача звали. Он работает в каком-то другом центре, он честно сказал, что он был недоволен тем, что как происходит организационно, с научной точки зрения в Бакулевском центре. И он вынужден был оттуда уйти. А там это... Аревишвили стал. Это титульная нация, 87%, да? Как... можно ли себе представить ситуацию вот такой, ну, такого как бы кумовства? Приходит там, тебе устраивается русский, и ты русский, и 87% русских, думаешь, может, ах, ты русский, может, значит, я тебя возьму. Может. Хорошо. Давай более выпукло. Не, объясню как. Он мой родственник там, не знаю, там. Нет, это другое. Нет. Мы говорим именно на основании, я хочу сказать, что меньшинство на основании... Ты подменяешь на основании... Ты этническую ситуацию подменяешь ситуацию кумовства. Нет, это не разные вещи. Булат, я это хочу сказать... Вещи. По сути, это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Дай мне сказать. Я хочу сказать, что на основании принадлежности к меньшинству можно делать вот такую, как бы, выборку, да? То есть приходит кто-то, кто принадлежит к моему меньшинству, я тогда его как бы к себе беру, а того, кто не принадлежит, не беру. На основании принадлежности к большинству, которому принадлежу я выборку не могу делать. Не на основании, ты теперь будешь делать, на основании, опять же, принадлежишь Это вопрос к тому, твои друзья, твои родственники. Нет, мы не об этом говорим. Родственники, родственники. Ты говорил, русских 87%, а этих мало. Почему же получается так? Я тебе объясняю, потому что меньшинство своих берет, большинство своих не берет. Никто не выбирает там, о, я хочу взять... Ну ты же... Я вам расскажу ситуацию в армии. Вот я в армии из вас, один был, наверное, да? В армии на самом деле ситуация та же самая. Почему-то русские... А, еще Володька, да. Русские все раздельно? Да, все раздельно, всегда. Очень редко... Потому что это дефолт. Ну, не бывает только дружба бывает. Но никакого вот такого сплощенности, вот по какому-то национальному признаку нет. Так я об этом и тебе говорю. Азербайджанцы, армяне, там... Все меньшинства, это национальные. Всегда, именно вместе. Почему? Потому что их меньше. Ну, понятно. Это условно, я... на вражеской территории. Понятно. А виноваты кто в этом? Русские? Нет, не в этом русские не виноваты. Просто почему не виноваты? Есть... В этом они виноваты? Подождите. Ну, я же... Ну, Игорь, ну, это уже просто... Как это называется? Я говорю. Обструкция называется. Я имею в виду вот что, как бы действительно там, находясь условно на чужой территории, отдельные национальные группы, так привыкли, они так привыкли у себя на родине, они сплачиваются. Да ты все правильно говоришь. Дело не в национальных. Сексуальное меньшинство, та же самая. Да, сексуальное меньшинство. Любое правильно. Меньшинство, да. Но для выживания. Да, согласен. Для выживания им нужно бороться. Сплачивать, я согласен. С этим я согласен полностью. Но несмотря на это, если бы титульная нация как бы производила из своего среды достаточное количество специалистов, никакое вот это сплочение отдельных меньшинств ничего бы не могло сделать. Вот Европа, допустим, да, вот сейчас вот есть проблемы, там Геропа ее называют и прочее, там политические сейчас руководящие посты занимают геи. Точно по той же самой как бы логике, что меньшинство, как бы сплоченное, да, тянет. Нет, оно не поэтому. Но геев они занимают из-за политкорректности. Поэтому нет, там геи занимают. Там есть тоже гей-лобби, в общем, да. И на самом деле точно так же обычные нормальные люди точно так же пытаются с этим как-то бороться. Ну как с этим бороться? Только те способы, что самому как бы выдвигаться. Выдвигаться самим, как бы. И менять эту ситуацию можно только тем способом, что в борьбе и конкуренции. Если нормальный, как бы. Нет, точно так же если русские, ну, да, ты пойми, как титульная нация предложит часто... достаточное количество специалистов в этой области, то никакое это меньшинство никогда не сможет сплотиться и занять. Понятно, поэтому врачей в этом самом вещи, ясно, в Средиземной области не хватает, это русские виноваты, потому что если бы они осваивали эту профессию, писали бы диссертации, и конкурировали честно с этими, с людьми, которые диссертации эти фальшивые, как там Алла Вердян, Шагинян, Варян и Давтян, и ну кто там, и все. Это армяне, да, я говорю, что там где как мы. Это диссернеты, данные диссернета, где разбираются по табличкам, где какие заимствования бывают. Ну, может быть, я как бы... Это просто, они, это еще кто-то, Меликанов или кто-то еще, Бакерия у них был. Вот, допустим,
как ее там зовут, дочка Собчака-то, да? Ну. Ксения Собчак. Вот у нее там какая-то анкета есть, кем бы она хотела стать, она хотела бы стать чиновником. Ну. И получается ли так, на самом деле, что вот русские, по большей части, захотели занять политические какие-то высоты, стать чиновниками. То есть там, где меньше работать надо и больше получать. Там, то, что более там где ты либо закрываешь, либо не закрываешь, заниматься грузином в какой-то клинике. Заниматься, да. На самом деле, сердечно-сосудистой хирургией – это большой труд. Да. Это огромный труд, который требует долгого... Да, понятно. И русские не захотели. Русские не хотят заниматься этим. Да, не захотели. На самом деле, и о торговле, опять же, вернемся к этим азербайджанцам. Поэтому не хотят они заниматься торговлей. Да. Стоят на базаре. Да, понятно. А это вот, что именно, чиновником сидит. Что именно сердечно-сосудистым они не захотели, а вот онкологии захотели, гады, а сердечно-сосудистыми заболеваниями не захотели. Или ортопеды чего-то. Почему ортопеды нет такого количества грузин? Я еще тут хотел понять. Почему? Вопрос, потому что... Влад сказал по поводу того, что меньшинство... Это карьера. Соответственно, бандеровский карьер. Бандеровские меньшинства. Слушай, тебя там в интернете заклюют. Это пахатые большевистские казаки, как в 17-м году. По поводу борьбы меньшинств, в нашем окружении, это злобно... Фамилия Майдан. Я видел его. Злобного большинства. Бандеровец по фамилии Майдан. С сыном под Москвой. Для борьбы нужно создать поле, на котором бороться. Нам всегда есть. Вот. Вопрос только в том, какое это поле создать. То есть можно же создать поле, как ты говоришь правильно, так сказать, равенство возможностей. А можно создать поле, на котором выиграть невозможно. Вот медицинские вузы есть. Я говорю, пример по поводу Европы. Я тебе сейчас расскажу про медицинские вузы. То есть ты говоришь, что многие посты в Европе заняты, так сказать, представители так называемого меньшинства. Соответственно, они перевели поле борьбы в ту плоскость, в которой большая масса людей, с ними играть невозможно на этом поле. Для того, чтобы там выиграть, нужно стать самому геем. Чтобы играть. Ну, сейчас можно значит, какой-нибудь руководитель корпорации заявляет, я гей. Это... Сам не гений, хана. Но... Это да, приходится прикидываться. Приходится прикидываться. Но это же известно, что... Я не договорю, подожди секундочку, я не договорю. И второй момент связан с тем, что по поводу того, что почему русские не борются, почему не выставляются там и так далее. Вы посмотрите, всю историю России у нас меньшинства имели приоритет в связи с тем, что как раз русских много. И поэтому закладывалось менталитет в мышление, что меньшинство нужно поддерживать. Но это только советская Россия. Да. Но там в царской России же не так было. Почему не так? Так? Все, ну, так, все, так. Все, так сказать, там все меньшинства. Евреям, это, у них была это черта оседлости, там, в столице им не надо было жить и прочее там. Это... Но нет, но с ними не боролись. И они не, ну как не боролись? С ними не боролись как в том смысле, что их не вытесняли с территории. Ну нет, у них там тоже была определенная рода вещь. Там, помните, был такой термин замечательный. Ожедовление адвокатуры назывался. Это, ну, и вы посмотрите, это когда оказалось какой-то прекрасный момент в конце 19 века, что среди адвокатов как-то евреев еще много. Вся власть, так сказать, на меньшинство. Не, ну это же на самом деле интернационализм, ребят. Вы как вы вспомните, о чем разговор идет? Интернационализм. Так интернационализм в одном... Это было некое равенство нации, пробовать показать. Понятно, у тебя, только у тебя на равенство нации интернационализм был как бы так односторонний. Он для русских это был интернационализм. А для тех, кто, вообще говоря, просто национализм. То же самое Грузия. Единственная страна после доклада Хрущева, страна именно Хрущева, начались массовые беспорядки, потому что они защищали своего любимого Сталина. Вот а это... вот насчет европейских политиков. А если пользоваться логикой Игоря, выходит политик и говорит, я гей, да? Да. А потом начинает совершать разные там плохие политические действия, там, я не знаю, да. Кого-то притесняют, там что-то. Может быть, это гетеросексуальный, значит, лобби заслало шпиона вот, в стан геев. Чтобы он опорочил их. Это логика Игоря. Понимаешь, россиян найти заговор. Заслали Латыша. Ну чего?
Найти заговор. Все виноваты вокруг, только не мы. Нет, ну это любимое русское занятие, что есть внешние границы. Но это же паранойидальная логика, согласись. А почему она паранойидальная? В случае с США это не, тебя не смущает. Да, что сейчас виноваты американцы во всем. Не, вот смотрите, у меня есть знакомый радиолюбитель. Олег Григорьевич, по-моему. А он еще знатный пчеловод. Очень авторитетный, всем известный. И когда у нас... В кругах пчеловодов. Ну вот, и когда у нас, то ли это федерация называется, или... Пчеловодство, да? Пчеловодов, да. Причем Олег Григорьевич, он антисемит страстный. Ну. Вот, и кого бы вы думали, он выдвинул председателем общества пчеловодов областного. Не знаю. Конечно, конечно, евреи, да. Там был один единственный еврей, и вот все. Почему? А, ну, у меня есть, я тоже рассказывал, это очень, да, это очень... Потому что в школе тоже, как бы, если надо, там, на какую-то должность кого-то выдвинуть, обязательно выдвинуть. Никто не хочет никем. Да, никто не хочет. И пикает кого-нибудь. Вот то, что Булат говорит, русским очень важно быть ни в чем не виноватым, хорошим. И когда у нас ситуация непонятная, куда карта ляжет, ну, вот как, допустим, было с коммунизмом, а обычному человеку как сориентироваться, да и необычному тоже, если он не фанатик. Ну, неизвестно, что из этого коммунизма получится. Ну, и тогда русские, на всякий случай, евреев выдвигали в руководство. С какой целью? Если пойдет криво, кто виноват? Евреи. Вот. А если карта ляжет как надо, то постепенно, да, постепенно евреев вытеснят, из, причем руками самих евреев, из власти. Вот. И примерно, скорее всего, то же самое произошло со строительством капитализма у нас. Ну, практически все олигархи евреи оказались. Ну, тоже попросту. Они в основном надуманные, приписывают многим еврейство. Просто некоторые другие русские, они как бы не поняли, заметь, часто во многом они вытеснены, кстати. Логика-то верная. Вот какие евреи молодцы. Взяли на себя, построили государство, а русские одно из, так сказать, передовых. Как ну мы же мыслим логикой. Так и в медицине, кстати. Логикой как поколение, а народ в целом, он мыслит логикой тысячелетий, столетий, по крайней мере. Никуда не делся, да, вот народ за все время. Да, народ себя, ну вот не факт, что сохранит дальше. Что с этим будет. И тем не менее, всегда же приятно, что кто-то виноват другой, что виноваты евреи, не, ну, виноваты русским, там. Русским американцы. Я же тебе говорю не о вине. Я говорю тебе простой метод сокращения. Сокращение преступности. Простой метод. Перебить всех это. Почему перебить-то? Зачем? А что делать? Будет он пенсионером союзного значения, как говорилось. Тоже Лео Бакери. Пусть спокойно будет. И это, если кто не способен оперировать из этой когорты армяно-грузинской, то тоже будет спокойно оперировать. Но разогоните вы эту кодлу. Игорь, я еще раз говорю, что это похоже на... А что делать-то? Что взамен? На ползущий православный антисемитизм. Понимаешь, да что? Почему? А ну, почему здесь антисемитизм? Говорят, антисемитизм-то здесь, антигрузинизм. Нет, просто я говорю, похоже. Ты просто как бы на самом деле говоришь про грузин, но думаешь про евреев. Что Иисус Христос, как бы, да, это наполовину как бы евреи, как бы, и что апостолы тоже все евреи. Они не евреи плохие, они по типу Христа распяли. Ну, это я имею в виду, что ты смотришь одним глазом и видишь то, что хочешь увидеть. Это логика хорошая. Нет. Нам очень важно дружить с армянами, грузинами и азербайджанцами только с единственной целью. В следующей русско-турецкой войне Грузия, Армения и Азербайджан будут полем боя. Вот. Но только для этого. Нет. Ну нет, дружить-то может быть и важно, но зачем тебе с ними дружить? Будет их территория и будет. Игорь, твой предложение всех этих грузин собрать и выселить в Грузию. Да почему? А всех архангельских мужиков в Архангельске. Да почему? Да откуда я такого сказал-то? Зачем ты хочешь выселять их в Грузию? Ну возьми ты, отзови ты у них диссертации. Дай ты этому Лео Бакери его любимый условный срок 2 года. Будет он сидеть на пенсии, получать свою пенсию своим сроком. Разгонишь эту штуку, там поставят нормальных людей, и после этого у тебя статистика изменится. Знаешь, что похоже? Вот, например, в какой-нибудь мастерской, я так подозреваю, слесарная, там, где машины ремонтируют. Если статистику взять, то получится так, что слесарная мастерская где-нибудь в Европе там 1%, а у нас в 3 раза поломок больше там, и так далее.
Все то же самое. Не, он говорит, что не похоже ли у нас же, у нас же. Не похоже ли, что это просто чисто наша вот такая... Нет, нет, не, не похоже. Я тебе сравнил. У нас везде так. Школа у нас это обучение. С Петербургской детской клинической больницей. Детский хуже у нас обучение, хуже. Но нет. Он тебе говорит, что про наши клиники с нашими сравнивают. Ты слышишь вообще, нет? Петербургская детская клиническая, Петербургская. Не, ну а там ты состав какой? А там еврейский. Там евреи, да. Там что хотели? Нет, я не знаю, кто там. Там тоже надо расследовать провести. Ну, кстати, они статистику, видимо, не скрывали. Но они скрывали состав. Нет, они скрывают статистику плохую. Да, кстати, евреев было бы очень полезно из исторической родины вернуть на родину настоящую. То есть в Россию. Особенно врачей. Ну вот, между прочим. Так вот, видите, понятно, почему как бы архангельские мужики... Опять же, смотри, а почему вот евреи действительно... Есть же такая байка, что юристы и врачи там как бы были евреями. И музыканты. Нет, но тебе... Почему так случилось? Так нет, ну вот это... Тоже кумовство? Это не кумовство, да, я тебе опять... Возьми, ты видел подобного рода образцы кумовства среди ежовцев и карьеров? Или это талант? Нет, ты среди жжорцев и карьеров видел такие вещи? Если честно, среди поморов не знаю никаких выдающихся личностей. Нет, ну, Голливуде все кроме тебя, кроме тебя. До меня и Ломоносова. Да, все. А где? Может быть, это... Кудрина, после... Кудрин. Так, Кудрин. Может быть, это проблема поморов? Шохин. Что не можете вы выдвинуть из своей среды никому? А я, кстати, сейчас читаю, слушаю, точнее, аудиокнигу, там, избранная проза Ломоносова. Ну, как проза. На самом деле, вот я прослушал уже там, наверное, часа 4. Это в основном его какие-то такие более-менее кляузные записки, вот жалобные там, вот, где-то обвинительные. Ну, какую идею? Да, да, по поводу того, что вот эти немцы, да, немцы вот эти вот, они... У меня были немцы, не пущают, они, а еще они вот это сделали, а еще вот это, может быть, он где-то и прав, да, может, он везде прав, но выглядит это все, конечно, в общем... Ну, ты это считай поморов, что ли? Да, это поморы. Там поморы сначала, немцы. Гениальных поморов. Немцы потом чик. Да, а теперь грузины мешают. Теперь грузины евреи мешают. Так, а что делать? Ты говоришь, разогнать там, арестовать и так далее. Почему арестовать? Ну, не важно. Что ты опять не поясняешь? Дать ему почетное время и там... А он тоже, кстати, там, вот этот глава Академии наук. С чего ты берешь, взял, что что-то поменяется? Тоже как бы какие-то неправильные студенты. Придут другие, такие же. Нет, нет, но он поменяется, поменяется. Ну почему не меняется? Столько лет уже в России, ничего не меняется. Потом, смотри, потом Шумахер, вот этот вот глава Академии наук, президент, да? Он уходит как бы уже, ну, совсем проворовался. Какой Шумахер? Ну вот во времена Ломоносова был. Вот. Он уходит, значит, и он зятя, то есть мужа своей жены, Траубер. То ли Траубер, то ли... Ну не важно. В общем, он его ставит. И жены, тоже дочки. Как бы, да, ну, дочки. А слушай, а я начал, царь умирает, короче, там у нас император, и другой за него, его сын, он становится императором. Обалдеть! Это понятно. Надо расследовать. Надо здесь кумовство, ну, просто... Нет, здесь надо... Дочку не мог назначить, ну, ребята, но хотя бы... Ну, ребята, нужно брать еще ведь на... Есть же у нас понятие национальной ментальности. Есть. Про цыган мы рассуждали. Про грузин тоже рассуждают. Давай про немцев поговорим. Давай. Ну, там нету никакой. У нас это понятие политическое. Никакой отрицательной коннотации у тебя с немцами не связано. А может положительные есть? Может, они как это не связано? А блокада Ленинграда? Ну, а Сталинград? Это они не от души. Да, это не от души. В Сергеевой войне, кстати, сколько национальностей воевало? Очень много среди там. И не титульных наций, Героев Советского Союза и прочее. Это как объяснить? Нет, там приказ какой-то ходит по интернету, что 42-го. Нет, ну, допустим, если бы другие национальности были подданными, значит, они были даже подданными во всем, да. Но они же на самом деле воевали, оставили, свою родину защищали, свой долг выполняли, умирали на фронте. Ну и чего? Ты статистику-то это знаешь, как там умирали? Ну если их меньше, они умирали в процентном отношении статистику. Они недостаточно. В процентном отношении бери. У тебя, например, вот среди евреев непропорционально много героев Советского Союза. Как так? Ну, наиболее лучше, получается, героически они сражались. Потому что их истили и пытались вообще слистать с земли. Нет, они просто проблема, что... Если ты увидел это немца, то убей. Нет, это да, писал, да. Константин Симонов, убей немца. А Симонов Юрьевич, что ли? Ну да. Просто так русский не написал, по нашему. Не, есть коричневая пуговка Михалкова, а Михалков-то русский. Знаешь, конечно, пугает. А про хлеб, который там, не хочу, чтобы хлеб российский называл словом брок. Не знаю. Слушай, это, нет, там, значит, не допустит наш народ, чтобы... ситуация с евреями, там она примерно такая была, потому что одна из немецких идеологий на тот момент состояла в том, что русские
скидывайте жидов-большевиков, да, и переходите подчинение, переходите на сторону победоносной германской армии. Ты знаешь, какие армии у вас из кого состояла? Ну. Ну, из кого? Ну, из русских. Там евреи были. Ну, русские. Ну, таких там немного было. Там были евреи. В армии Власова не, евреи. Может быть. Нет, ну там не было, наверное, по-моему, там были национальности еще какие-нибудь? Ну, наверняка были. Но она небольшая численность была. То есть она реально им удалось одну дивизию сформировать. Я смотрел на самом деле воспоминания фронтовика, и он говорит, да? Самое удивительное. Побольше, но хотя, правда, там национальности, наверное, не описывались. Там, когда наши, когда вот в период, когда наши уже начали побеждать, да, перед атаками, перед всякого рода какими-то сражениями, это, наши солдаты бросали винтовки, там, бросали оружие и сдавались в плен. Хотя мы, как хотя казалось, что мы уже переломили ситуацию, побеждали в войне, и все равно сдавались. Ну, я не знаю такого. Почему так вот непонятно? Это слух, скорее всего. Такого не было, по большому счету. Что в конце войны. Он сам на Давике рассказывает об этом. Для него это самое сильное впечатление. Я знаю, что было в ситуации, сформировали какую-то польскую дивизию, и она в атаке ухитрилась почти полностью сдаться немцам в плен вначале. Ладно, мы не это уходим в итоге. Что там про статистику, что надо. Просто там национальности плохо защищали свою родину? Да, существует та же самая статистика, она известна. Ну, например, по чеченцам я ею читал. Что по большому счету переходили на сторону врага, сдавались в плен. Такая бы аналогичная статистика была по крымским татарам, во всем этим прочим. То есть пострадали они не на пустом месте. Они, конечно, заплатили за все эти вещи непропорционально высокую цену. Ну, там чеченцы от голода умерло примерно половина просто. Для половина? Да, половина. Приблизительно тех, кого выслали, вот так, ага. Умерло примерно половина. То есть они заплатили за это страшную цену всевозможную. Совершенно. А украинцы в Голодомор, да? Да, и Голодомор, да. И голод был массовый на юге, в Казахстане. Вот другая ситуация. Возьмем Украину, опять же. Вот смотрите, там же та же самая ситуация, что и в России. Опять же, основные посты политические, и там и бизнесы, и прочие, там заняты там не титульные нации, не украинцы. Но они потому что... Это просто какая-то славянская черта, может? Нет, они просто... Потому что украинцы настоящие интернационалисты. Они хотят в Европу, и они понимают, что в Европу с украинцами во власти идти нельзя. А россияне тоже хотят в Европу? А? Ну, конечно. Конечно. Может быть, это дальние чьи-то говорят. Конечно. Хитрый, я просто не хотел говорить, есть как бы обидные же слова. Нет, есть 3-4, так скажем, интернациональные, на самом деле, антирусской агитации. Это реальность, молоко матери впитывается. Я же говорю, в школе, в учебнике где-то, речь Сталина о русском народе было сделано. Не, просто Игорь, я в классе 7-6. Может, русскому народу надо задуматься, каждому отдельному русскому человеку, что что-то не так. Когда я прочел, была ситуация тяжелого недоумения. Потом я выяснил, я не отличал, не умел отличить советского человека от русского. Мне это было одно и то же. Просто. Поэтому я не понимал, кому она может эта речь быть адресована. Просто вот, ну, в достаточно большом или 14. Потому что вот то, что ты говоришь про русских, на самом деле, это же было, на территории интернета очень много говорится о том, что русская нация, как бы, вот она притесняется, там, как бы, ей не дают там возможность там ничего нет, сделать. Есть определенного рода действия, вот мы говорили. Но мне кажется, что это... Мы говорили о геях и всех прочих. Существует законодательство специальное, которое заставляет руководство крупных компаний соблюдать процентовку по геям или по неграм. У нас, по сути, является то же самое. Откуда они их наберут, там не хватает геев? Им приходится, да, набирать искусственно. Это где, в Европе так? Ну да, в Европе есть такие эти вещи. Нет, у нас только с женщинами было в свое время. Да, и с женщинами точно так же. Есть даже в скандинавских странах, не помню, как в Швеции, по-моему, по процентовке женщин, что она должна быть не меньше в этом, в парламенте. Парламенте. Это что-то ситуация. Здесь, по сути, все советское время существовали системы негласных запретов и негласных традиций. Но ты понимаешь, что руководитель любым округом должен быть не просто какой-то случайный человек, а наиболее достойный. Но почему не может русский руководить Татарией или Ненецкой автономным округом? Ну, там было так. Представитель титульной нации всегда руководитель. Его зам всегда нормально. Это ненормально. Почему? А тебе кажется это нормально? А что в этом нормального-то? Тебя руководить должен тем... Ради, объясню. Татар уже обидно, на самом деле, что, допустим, их там миллион, сколько там миллионов человек, и что они из своего числа не могут выдвинуть достойного руководителя. Для себя. Нам обидно же. Угу. Ну, условно говоря, не мне лично обидно, мне не обидно было бы так. Ну, вообще так вот, так подумай, что нет, мы если... хотели бы своего числа выдвинуть какого-то руководителя. Ну, так а ты должен выставлять не по национальному признаку,
Да. Нет, еще раз говорю, среди наши, среди татар, которых там несколько миллионов. Татарстан. И у это у тебя, да, и у тебя, да, и у тебя оказывается, там даже где у тебя было их подавляющее меньшинство, и то у тебя находили какого-то несчастного немца и ставили его в качестве руководителя. Почему ты считаешь, что эта ситуация нормальная? Самая автономия, что у них нормально? У тебя там в этой автономии русских 98%. Если автономию создали, значит это нормально. Для автономики. Нет, ну, это не нормально. Переходный режим переходного периода будет очень кровавый. Вот этот период, вот этого так называемой интернациональной этой самой агитации и пропаганды, он и носит такой подобного рода негативный характер, что людям кажется, что эта ситуация нормальная. Не, людям кажется, что переход к нормальной от ненормальной будет слишком затрачен. Национальный вопрос в чем состоит? Что каждая нация хочет хотя бы как-то участвовать в своей жизни, как-то показывать какие-то выдающиеся... Ну и участвую в качестве третьего секретаря, ну и участвую в качестве третьего секретаря. Если бы не нашлось лучше, чем русский. На самом деле, если, допустим, русский стоял бы, как бы во главе Татарстана, то это было бы провокацией, понимаешь? Это как раз было бы, да. Не провокацией, национальных настроений. Да. Да, конечно. Зачем это делать? А так стоит, допустим, как бы татарин, да, и все нормально, все довольны. И вот и так, на, и так на каждом шагу. И поэтому на многонациональный союз молодежи... Федеральный центр. Почему федеральный центр? Да. Вот это вот удивительно. Да, я согласен, это удивительно. Так, кстати, если везде в каждой этой самой стоит свой местный князёк... Да, если ты у тебя... Большая часть у тебя взяли, нарезали их по какому-то признаку, по совершенно случайному. Нет, подожди, есть, допустим, условно говоря, там есть башкирия, губернии, да, а остальное это все что-то. Остальное почему-то, а везде русские находятся, что-то. Ну и чего, где там у тебя самая большая, это Якутия, всегда Якут, с какой стати? В Алтае тоже местных этносов, но на Пладине. Там Смоленская, там, не знаю, там это... Вот. Орловская, Кир, какой-то, вот. Этот, была Казачья республика, потом была куча... районов Ставропольского края, из них сделали придаток Чечены, Ингушетской ССР. После этого русские оттуда вынуждены были уйти. Игорь, а как ты хочешь национальный вопрос решать? Ты хочешь провоцировать людей на выступления и как бы эти и недовольство? А как ты хочешь? Потому что поставить русского, любая его ошибка будет восприниматься как намеренное зло. Любая ошибка. Ну и что? А так любая ошибка своего, свой какой-никакой... Не будет восприниматься как намеренное зло. Ну как? Но в Чеченской Республике поставь это русского во главе, и будет восприниматься, что они намеренно, специально делают так, чтобы... Кстати, чеченский практически единственное с большинством местного населения. Практически единственное. Значит, татари тоже большинство в Татарстане. Там Чечня с подавляющим большинством. Ну, это я понимаю. Как бы. В отличие от татарии. Еще раз говорю, что есть люди, которые понимают, что это как бы глупо там, да, там. Но раз мы... Потому что у них там больше людей. Раз мы решаем национальный вопрос, раз мы пытаемся его как-то решить, раз мы как ты говоришь, в многонациональном государстве, то мы должны считаться, что нас и много. Как-то это должно же проявляться. Ну, по факту, у тебя по факту... Россия не является многонациональным государством. Хорошо, тогда это вот когда... будет декларировано, что Россия для россиян... Нет, но ты пойми, ситуация, когда у тебя... Россия распадется по границам вот этих же самых... Смотри, у тебя ситуация, она получается странная. Когда говорят о многонациональном, это говорится о том, что ты в национальной республике притесняешь отношения русских, а искусственно делаешь выбор по национальному признаку. Но если у тебя не может лицо русский занять в татарии высший государственный пост. Может какой-нибудь другой занять. Ты понимаешь, высший пост, он же на самом деле во многом как вот президент компании. Это как бы просто лицо почетный. Просто, да. Да, это почетная должность, он ничего не делает толком, может быть. Он просто представитель. Я в этом сомневаюсь. Я тоже в этом сильно сомневаюсь. Но, может быть, в нашей стране это не так, но как это правило, для, так. Для каких-то, вот поймите, вот Казахстане, с какой стати там было порядка 20% казахов всего от общего населения. Чего же у тебя вся верхушка была выстроена из казахов? Надо было союз разваливать. Не разваливали бы союз. И что? Там, кстати, вообще же там в Казахстане, по-моему, там достаточно такая феодальная средневековая система, там бали какие-то. Там. Ну да, это есть вот, такое. Почему вообще, в принципе, не отказаться от национальности? Зачем этот вопрос вообще, в принципе, педалировать? Нет национальности, есть человек. Есть гражданин. Потому что еще раз... Попытка Советского Союза создать... Поэтому у тебя это... Это у тебя и было... Советский человек. У тебя по этим было... Русский — это советский человек.
А татары – татары, чеченцы – это чеченцы, ингуши – это ингуши. А грузины – это грузины. Вот у тебя и получилась такая ситуация. Нет, в Советском Союзе пытались... Латыш, это латыш. Национального признака и сделать всех, так сказать, советскими людьми, а не это кажется, русский, и это кажется нормальным. То есть, когда русским говорят, вытыри свою национальность, не педалируй, ты это, и тебе, тебе это не важно. Ну, сколько можно? Смотри, вот есть какая-то естественная система, да, она развивается в истории, да, как-то и находит какое-то свое состояние равновесия. Быть может быть, то, как устроено вот российское государство, где титульная нация, ну, действительно недостаточно представлена в руководящих постах. Может быть, это на самом деле способ, каким это государство России нашла свое некое вот равновесие, да, чтобы не полыхать постоянно какие-то межнациональные войны, чтобы не разваливаться, да, и при этом оставаться неким цельностью. Ведь нельзя же сказать, что уж русских притесняет. Это на самом деле громко сказано. Просто как бы, да, недостаточно представлены. Не согласны статистике, да, что вот их 87% населения. Но они же неплохо живут, на самом деле. Ну, неплохо живут. Да, да, могли бы хуже жить, да. Нет, почему все равно же как бы. Почему цель от России является, так сказать, той ценностью, которую нельзя разрушить? Ну потому что россияне так считают. Ну разрушатся и разрушатся. Сами русские так считают. Сейчас ты нас подводишь под статью. Сами. Почему? Сами. Потому что есть закон. Так как люди есть закон. Есть закон. Русский мир. Агитировать за это. Я не агитирую. Я говорю, ну как, естественный ход. События. Россия все равно вернется к своим естественным границам. И все обратно возможно вернется к тому, не к Советскому Союзу, но к государству примерно в этих же границах. Там плюс-минус. Потому что это естественный путь. Понимаешь, естественный путь. И возможно, как бы это на самом деле, мы должны как рассуждать. Мы не должны рассуждать, что как, мы хотели бы, чтобы было. Надо исходить из того, что как есть. И почему-то то, как есть на самом деле, это нормально как-то, ну, я не знаю, я не очень много встречаю русских, которые жалуются на то, что их как-то притесняют. Вот это вот ты единственный, еще в интернете там может там 2,5 человека. Там, понимаешь? Ну, что, весь Донбасс кричит, что их притесняют. Да нет. Что там Донбасс кричит? Ну, ты поменяешь. Мало ли кто чего... Все довольны, все хорошо живут. Так, кто что говорит и кто что думает, но... И потом, на самом деле, у руля государства все равно стоит русский, правильно? Никогда не станет где-то. Ну, правда, был там Сталин, как бы, случайным образом. Ну, так-то, по-хорошему. Хрущев, вряд ли кто-то даст возможность быть каким-то там другим там, нациям. Инопланетянам. А, не об этом. И этого достаточно, на самом деле. Рептилоидам. Да. А так мы могли бы какие-нибудь другие нации, а почему не евреи, допустим? Да, да. Это у Довлатова было такое рассуждение. Да, я типа не антисемит, но вы же поймите, что в русском государстве высший пост должен занимать русский. Они говорят, вот это и есть антисемитизм, потому что высший пост государства должен быть не русский, а самый достойный. Вот такова ситуация, довлатовский. Вот так они понимали антисемитизм. Ну почему Явлинский никогда не станет президентом? Все же знают почему. Почему? Ну как почему? Потому что он еврей. А он еврей? Да. А откуда это известно? Ну это известно откуда-то. Ну это же, как известно, что я еврей тоже, да. То есть вот возьми там кучу комментаторов, скажут, что я еврей. Я это сам придумал, я это читал, что он как бы, почему-то вот... Нет, у него проблема, что он из Львова. Скажи вот так вот на камеру, что я вижу евреев. Я такого не скажу. Игорь, я не говорю, что это плохо. Тогда как можно ты поверить, что ты не еврей? Ты пойми, это не значит, что это плохо. Просто на самом деле есть некое равновесие, при котором наше государство может существовать, в котором могут существовать многие люди разных национальностей, вероисповеданий и прочее. Но это оправдание. Это не единственное возможное. На откуп этим меньшинствам, ну пусть они там возьмут какие-то маленькие посты, пусть радуются, понимаешь? В какой-то клинике собралось куча грузин, и вот прям такая проблема большая. Да. Не, я согласен с тем, что они там как-то плохо оперируют, это надо расследовать, но не на основании как бы того, что они грузины. А на основании того, что вот так, почему... Диссертации. И главное, у них диссертация в медицине сосредоточена именно там. Да, и надо поэтому расследовать это, невзирая на лица, на их национальности и прочее. А смотреть по этому делам. Это и будет ханжество, когда у тебя все что угодно, только не называй национальность. Только не называй. Ну, условно говоря, если преступление совершает приезжий. Да, это что значит у этого, у преступника нет национальности. Вот преступник, узбек совершает преступление. Да. Из этого что следует, что русский не совершает никакого преступления? Или так? Нет, из этого не следует. Да, но ведь скажут так. Нет, вот эти приезжие понаехали, скажут, да? Зачем это раздувать? Булат, не так. Это
Русские совершают преступления, но не в Узбекистане. Ну, вот те, которые здесь живут. Вот и все. То есть тот обрежение не может случайно ошибиться и совершить преступление здесь. То есть по определению, тот, кто живет здесь, не совершает преступление в Узбекистане. Я понимаю, что он живет здесь. Не совершает. Он сюда приехал, он гость, он ошибся там. Что-то не сориентировался. Закон существует. Сбился с пути, в конце концов, можешь человек сбиться с пути? Сознательно или нет? Но ведь как это интерпретируют? Это как, вот узбеки там, типа, преступники. Понимаешь, какие пытаются? Вот грузины ее преступники теперь. А там скажут, узбеки да. преступники. Но это же глупости, на самом деле. Преступник да. конкретный человек. Ну, да. мало ли оказался, он русский, понятно, узбек, еврей, понятно. Не важно кто. А и поэтому я и говорю, что Коникрадов у... Среди цыган всегда исторически было столько же, сколько во всех остальных народов. Да, а какой сейчас кони-то? Сейчас они не нужны. Ты как по странно, они конокрады, то есть они конокрады без лошадей. Они лошадьми не занимаются, они инструмент возят. Да, да. И они там, конечно, не знаю, воруют они не воруют, но... Все кони уже украдены. Что просто они уже цивилизованный способ все покупают там. Никто не берет коней. А займись конями. Скажи, и потом, а кто больше сейчас, когда ты? Я цыгане приезжаю, но так конь посередине офиса стоит. Да ты такой говоришь, ну мельчики там, плашки, а вот коня нет. И завалялось. Вот другой скажу, вот допустим, Табуреткин этот, как его там, Сердюков. Под его эгидой там какие-то огромные миллиарды украдены из бюджета. То есть ты как расцениваешь? То есть русские на самом деле просто не размениваются на мелочевку там какую-то, а ты просто знаешь, сразу по-крупному. Ты знаешь, я тебе скажу по этому поводу какую интересную мысль. У меня есть человек, который говорил, теперь он серьезно в это верит, что Сердюков это засланец. И это было сделано специально, чтобы вывести мафию военном этом самом воронном ведомстве, вывести мафию на этот самый, тех пересажать, и он там типа был главным этим самым разведчиком. Пожар на балконе было, да? Нет, там и, уже... Смотри, если как не скандал какой-нибудь коррупционный, то обязательно там русские какой-то, нет? Нет, вот сейчас только что Внешпромбанк, да, сбежал у него. Нет, ну допустим, этот чувак. Как его там? Я уже просто по фамилии... Чувак! Петухов, по-моему, или как там? Пугачев. Пугачев, он кто? Еврей. Еврей разве? Это Пугачев. Кто такой Пугачев? До этого. Уже... Это дальний, из... дальний родственник Емельяна Пугачева, нет? Нет, это из булатовских православных друзей. Давайте вспомним, кто там? Гайдар, Чубайс. Ну конечно, вот они просто русские не разменятся на мелочевку. Петр Авин. Они на откуп отдали меньшинству, сказали, ай, занимайтесь там мелочевкой, а мы тут будем уже по-крупному дела делать. Вот и все. Не так? Я просто пытаюсь это... Возиться так. Национальную гордость великороссов вверх поднять. Показать, что они теперь уже занимаются нормально делами крутыми. Настолько крутые, что мелочи... Основные деньги идут в импров. Значит, мы будем там. Грузины, барсеточники там эти, цыгане-конекрады. А это кто? Казна... Казнокрады. Да, казнокрады. Каждому своя, это на каждому своя стезя. Так что ли? Да, да. Ну, поэтому... По твоей логике же, да? Как только зашел какой-то штук, там большинство русских собралось, сразу всем статью, и на грузинах завиняешь. А еще лучше на цыган. А знаете, про цыган же есть замечательный этот, еще с царских времен, это анекдот. Анекдот. Про цыган. Оказался, он не русский, он помог. Это, ну, не лошадь, а где это вот, ну, армия-то у нас, как это называется? Лошадиный обоз. Ну, как это, министерство? Военное. Оборона. Извиняюсь. Вот, оказался там, а хочет своровать лошадей. Слушайте, ничего не может своровать. Нет, это про цыгана же есть, скажут, но ты скажи, что ты будешь делать, если станешь царем? Российский. Еще немного шить. Нет, он значит, говорит, я очень просто, я соберу большой-большой обед, а потом соберу всю серебряную ложечку, положу в карман и утеку. Это вот чисто вот цыганский такой анекдот про серебряные ложечки и всякое прочее. Я говорю, я с цыганами общался, они не такие. Да я знаю, там здесь это тоже анекдот, значит, Блат им говорит. Да вы понимаете, говорят, это цыгану, значит, объяснять. Я-то вообще на самом деле татарин. Они говорят, да не, ты хороший парень. Они не так говорят. Они говорят, что они хуже евреи. Ну
Но это правда, действительно, я наблюдал просто. Не хуже не играет. Это такой вообще цирк. То есть они приезжают, я как бы немножко уже разбирался, да я понимаю, они привезли какую-то... Они не будут смотреть, я надеюсь, наши видео? Да, не будут. Вот, ну, более-менее ценные там какие-то. И Булат начинает, да нет, это меня чуть не интересует все это, да нет, это ничего не стоит, это мусор, зачем вообще приехали? Они типа, ну мы на маршрутку потратили 150 рублей, ну хотя бы отдай там нам 200, чтобы у нас, ну, сошлось как бы баланс, то, что мы потратили на дорогу. Да не, ну тут данный мусор не нужен ничего. Ну ладно, вот 300, ну только исчезните отсюда. Они уходят, Булат такой, да, потому что не себестоимость, у них реально себестоимость равна стоимости маршрутки. Нафига просто. И делать вид, что они это честным путем заработали где-то. Вот это надо большое искусство. Не, об этом, конечно, нет. Об этом никто не говорит. Действительно, как бы, вот фигурирует только стоимость маршрутки. Ну, по понятным причинам, да. Нет, даже Булат, да, башкирь, когда рассказывал про татар анекдот-то. Помнишь? Нет. Что-то там горит город, что-то там все убегают, спасаются, и на лодке плывет, татарин и песенку поет, типа продали отчет. А, ну да, но считается, что татары, да, у них торговцы. Он как-то всевозможные тюркские умеет очень хорошо пародировать. Ну, много языков знает, тюркские диалекты. Вот как это татарский пародирует, потому что типа народ торговый, надо продать что-то такое, таким торговым образом. Торгаши, типа, типа. Ну, у них, например, у татар в старые советские времена, они были, вот, например, как они называются, половыми, да? Половые это называются. Нет, дворниками. Официанты. Официанты. И дворниками. А почему? Считалось, что не воруют, например. Ислам не дает воровать. И поэтому... Нет, у меня это прадед был денщиком, генерал. Вот, такие штуки. Из татар делали вот в Петербурге. Эти по металлу работали финны обычно. Или как-то так считалось. Ну, финны работали. Ну, с квалифицированными рабочими. Ну, с кабарин, с кабарин. Ты по Достоевскому судишь, что татары там являются этими дворниками? Дворниками я не сужу. Половые, да, называются официант? Назывался. Да. Ну, сейчас вот такие. Они вот ими их. Это была тоже узкая специализация такая народная. Каким-то образом. Ну, как, часто все это уже разлуплено. Как у героических. Сейчас уже такие стереотипы, это же глупо было бы говорить. Ну, вот почему? Сейчас грузин работает. Вот, если они сами себя удерживают, то, допустим, вот эти цыгане твои, которые привозят, да? Они как бы сами себя удерживают, ну, в определенном... Ну, цыгане же удивительный этнос, с них ничего не берет. Да, все, в определенном типе существования. Вот они хотят, как бы, они на этом заставят. У них очень есть культурные, нормальные, вообще, такие люди, в общем, разные. Они тоже разные, совершенно разные. Но они все в театре Романа работают. Они совершенно разные, ребята. Ну, просто, ну, как бы, это как когда я с ними лицо к лицу сталкиваюсь, они все совершенно разные. Вот как мы разные, там, ну там. Как в армии. Так и они все, разные. Все по одному. Есть хитроватые, есть как бы там, гордые. Помнишь, там. Как в армии. Все по одному замечательные. Но как соберутся вместе? Ну, типа, ну не знаю, ну цыгане вообще-то там где-то такие безобидные достаточно. Ну, ты... Нет татарина, да. Что они могут сделать? Они единственное, что любят очень какой-то толпой ездить. Один цыгане это вообще невозможно, что приехал. Обычно на двух машинах приезжать, на трех. И толпа там человек пять ходит там. Ну минимум три обычно. Ну общественное дело. А так пять в основном. И они вот толпой вокруг тебя стоят. Толпой. И там перебой. Морально давят. Они так. Такие специфические, конечно, ребята. Но тем не менее. Только что... радость, это же как бы публика. Но я говорю, тем не менее, обычно. Цыганский театр работает. Да, да. Театр зрителей. Я просто хочу быть справедливым, они на самом деле. Трупу зрителей. Я с ними общался и могу высказываться, да, как бы поэтому. Они все нормальные, обычные люди. Я сам удивлялся начать. Потому что мне тоже были стереотипы. А это вот Россия, это страна контрастов. Вот если от станции ПУДС идти в Институт ядерной физики, да? Там среди по болотцам, по бетонным этим штукам. Раньше проходили сквозь этот цыганский поселок. Там была эта ситуация. Я прохожу и вижу там это, значит, курочка. Ну, стоит, интересно же. Вот из Института ядерной физики вышел. Сейчас в Петербург уедешь, а тут курочка пасется, что-то такое. И цыганка, девчонка выпрыгивает. Че смотришь, украсть хочешь? То есть все, что в голову приходит, что когда смотрят... Это научным сотрудником уже работает. Да. Ну там реально идут там, люди очень высокого уровня. Я на самом деле это не цыгане, но у меня бывает тоже в голову приходит такими... Украсть? Заходит кто-то в дверь склада, я подумал, сейчас что-нибудь украдет, понимаешь? У меня тоже точно такая же мысль, что ж теперь, я цыган, что ли? Это обычно. Я же не о том. Я могу сказать, что меня всю жизнь сопровождает, на самом деле, что надо следить за чемоданом. Я же не о том. Не бросать вещи.
Но то, что она видит человека, который за заграды не приходит, а просто остановился, смотрит на ее курочку, 10 тысяч в год приходит, но каждый же сует по себе. Ну, я же не ворую ничего. Каждый сует по себе, но я не ворую. Это не в этом, просто если это называется как параноидальность некая есть, что... Не, ну страх... есть вещи и похуже, ты вот о курочках вспомнил сейчас, недавно совсем узнал, кур несушек. Который... Давайте не отклоняться-то, а главное... Ну давай отклонимся уж. Не-не-не, тема-то национальная, важная, на самом деле. Как бы, может быть, один раз нам имеет смысл обсудить уже до конца. Потому что будто бы не рано. Ну, это все равно выложено не будет. Не будешь выкладывать? Да выложу, почему? Выложу. На кой? А почему нет-то? Ну, зачем? Ну, у нас же это всех засудят тут. Вот призывался к этому, к развалу России. Не будут сейчас они никого судить, скорее всего. Ну, когда понадобится, засудят тогда. Что там с курочками в итоге? Да, давай попробуем. Вот, курочки, это, куры не сушки на птицефабриках. Их, ну, они на гормонах, на всем этом. И они родами изматываются полностью. И мясо их непригодно для употребления. Их, а убивать их тоже невыгодно. Поэтому их сжигают живьем в печах. На всех птицефабриках. Ну зачем это рассказывать про где? Российская Федерация. И в этом виноваты кто? Глупые грузины, что ли? Ну вот я не знаю кто. Ну вот так, вот так, вот так. Прям живьем, что ли? Да, а ты думаешь, что это сам дело? И главное это. И да, сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь. Ну на самом деле, да. Да ты сейчас смотри, в чем особенность их состоит? Потому что все, что у тебя от куриного производства остается, вообще все. Кости там. Шкура, они просто перемалываются вот буквально вот ну, кур не сушат, используются. Ну главное, ну и я не знаю, может быть куры-то эти. Ну, используются для чего-то там кто-то еще. Кто-то может сказать, что и пес с ними, а их живые люди кидают в печи, у которых есть дети. Ой, а кто-то там убивает этих там свиней, там не знаю. Ну, это же не знаю. Крупный рогатый скот, там, они еще страшнее, они больше похожи на нас, чем курицы. Ну ладно, птицы. Но тут речь идет о том, что когда там убивают, допустим, скот, чтобы потом его съесть, или там сделать из него мясо, это одно. Когда просто ты сжигаешь кур, бессмысленно в каком-то смысле, да, ты просто сжигаешь кур. Да, их сжигают. Да, и как бы я еще просто тему продолжу. Просто на самом деле действительно проблема фундаментально состоящая в самоопределении людей. Нет, это же тоже как бы вопрос там. И один из факторов самоопределения, как ни странно, ну, связан с уроном, да, вот. Вот, например, генетические исследования современные, да, возможность там определить свою гаплогруппу и прочее, там, они стимулируют вот, как бы интерес к тому, как бы, к своему происхождению. И каждый из нас ведь не произошел, например, я тотально, я же не произошел от русского, правильно? Там, как бы, есть некого рода там, генеалогия какая-то, там, уходящая куда-то там в глубину веков, там вообще далекое прошлое, откуда я пришел. И в принципе, как бы, если бы вопрос национальности и происхождения меня интересовал, я бы, конечно, каким-то образом прибивался там, к своим национальным корням. А зачем? Зачем, как бы? Ну, это вопрос самоопределения, почувствовать себя как бы укорененным, там, не знаю, там, в мире в этом, да, почувствовать, что вот я как бы. Ты не укорененным человеком? Ну а так я как бы. Можете, пожалуйста, вот так и возникает. Послушай, Володя, давай послушай. Сейчас я. А так у тебя, что я в Питере, тотален, как просто как отрезанный голову. Понимаешь, языка своего не знаю, культуры своей не знаю. Это. И живу среди русских, как бы, да, непонятно. Как отрезанный голову, все. Как бы оторванный от своей культуры, как бы от своих корней. А так бы, по идее, бы, если бы там, как бы нормальный человек, да, он бы должен был бы знать свою культуру, знать, откуда он происходит, знать свои корни. А не Гегеля читать. Знать свою основу. И в каком-то смысле это же нормально. Вот, да? Как бы, если с этого начинать. Ведь все остальное, на самом деле, порождено именно этим желанием. Потому что вот, как бы, кумовство и прочее, оно ведь жижится на чем? Ну, хочется помочь своему родственнику, там, знакомому какому-то. Вот приходит тебе, допустим, там, какой-то друг твой говорит, вот у меня сынок такой талант, возьми к себе, научи всему, что ты умеешь, пусть он у тебя поработает. Ну как ты можешь сказать? Такой талант, пусть у тебя кладовщиком поработает. Ну а что как бы, на самом деле, не, ну это же, еще раз говорю. Я не экспедитор. Вы программу хотите услышать, я просто имею в виду, что в этом нету ничего противоестественного, это нормальный процесс. Боль противоестественным является жить формальным, как бы договорным способом, как живут англосаксы. Хотя и у них, я думаю, кумовство там тоже присутствует. То есть вот так вот просто любого человека выдернул из среды там и приходи к нам, мы тебя возьмем. Типа, да, по формальным признакам, что вот он типа соответствует какой-то квалификации.
Это ненормально, на самом деле. Да ты смотри, это, у тебя ситуация такова, что где не возьми любую компанию русских, там всегда найдется кто-то один из другой национальности. Всегда. И будет, ну, все нормально, 87%. И будет всегда это нормально себя чувствовать. Это статистика. Но возьми любую компанию нацменов, там азербайджанцев кого-то, там не найдешь ни одного русского. Это неправда. Ну, нет, это неправда, чувак. Как бы на рынке стоят русские, вполне. Да компанию ты возьми, просто компанию. Тусовку, компанию. Не найдешь ты там ни одного русского. Будет армянская, азербайджанская, будет азербайджанская. Мы тут сидим, я на самом деле, сколько тут русских? Вот у Булата татарская компания. Я у него работал, я не татарин. Но. Не, ну Игорь, ну ты понимаешь, что... Ну ты понял, что я сказал? Нет, я понимаю, ты сказал слишком обобщенно. Не, ну Булат татарин? Нет, во-первых... У него татарская компания. Давайте так, во-первых, ты правильно отметил психологическую черту, что в чужом месте как бы национальные как бы группы объединяются. Мы это обсуждали. Мы это обсуждали, это правда, но из этого что, какой вывод нужно сделать? Что эти группы надо разгонять и всех там, кстати, сажать, что ли, сделать? Ну, это естественным образом в среде, которая это, ну, в частичном враждебной среде, в среде, которая как бы не является им искренней какой-то там, естественной, они вынуждены объединяться, чтобы выживать. Но это как бы даже вопрос именно выживания. Точно так же, как узбеки, там, как бы тускуз вместе, там, туркмены, там, я не знаю, там, все приезжие. А почему стоит вопрос выживания? Ну почему, а как еще? Для всех равные условия. Ну еще, давай. Можешь учиться, иди учись. Это самый, подожди, работать, это самый нижний уровень. Можешь жить, живи. Подожди, нижний уровень, выживай. Потом чуть выше, если научился выживать, чуть выше уже там, образовываться, там, расти, там, и прочее, прочее. Ну первый, самый главный, естественный путь, это сначала надо выжить. Извини меня, выживает, как это... 18 лет уже человек, закончивший школу. Да не, речь идет, конечно, не о выживании. Паспорт, и так далее, там, и так далее. О выживании идентичности как идентичности. То есть вот грузинам, там, или не знаю, или геям, чтобы выжить как бы вот в объемлющей массе. Там, а почему можно выживать? Почему? А как можно выживать только потому, что на них почему-то наезжают. Да нет, я тебе говорю, не в смысле как бы выжить в физическом смысле, а как идентичность. Вот сохранить они, идентичность, да, как идентичность. Да, им нужно сохранить, как бы, вот, допустим, грузинам сохранить грузинскую культуру. И как им сохранить, если вокруг? Замечательно. И тут возникает вопрос. И никто не против, пожалуйста, вы сохраняйте свою идентичность. Только не ставьте эту идентичность. Так выше, тебе говорят, они не могут сохранить. Выше, грубо говоря, общественно. Так тебе говорят, они не могут. Как Булат говорит, есть знания. Булат только что говорил. Только русские 87%. Русская культура изо всех щелей, понимаешь, там прет. И у них единственный способ сохранить русскую идентичность, это как бы настраивать на своей, да, то есть ее как бы внутри себя, по крайней мере, это называется знание. Обладаешь знаниями, знаниями своей культуры, я к чему? Если человек хочет видеть это самое знание, идентичность свою, пожалуйста, узнает, кто твои там дети, предки, узнай свою культуру, пожалуйста, как бы, ну, только не став эти знания в глазу существования. Нет, да, то есть, как бы некий общий контекст. Когда, Володь, мы сейчас обсуждаем, что русских притесняет, я опять же считаю... Если есть общий грузин, есть общий еврейский, общего русского нет. Нет, понятно. Поэтому очень трудно. Поэтому получается так, что и русских как таковых нет. Мы задаемся вопросом, а русские есть? Мы сейчас здесь сидим, беседуем, и приходим к вопросу, а среди нас русские есть? Вот это самое главное. Потому мы что делаем, мы беседуем, мы носители речи. Игорь претендует, но... Поэтому нет вот этого некого противостояния, некого, как сказать, частного или русского круга. Кому-то большому его нет. Помор. Нет, мне кажется. Ну, не знаю. Помор это русский вообще? Ну. Или нет? Ну, я не знаю, хорошо, русских нет, но есть ли гетеросексуальная культура? Нет. Есть? Ну, в каком-то смысле. Нет. Ну, подожди, смотри, есть характерное поведение мужчины как мужчины. Не, ну, есть. Мужчина там как бы, по крайней мере, в смысле запрета. Ну, хочешь сказать, что гетеросексуальной культуры нету, да. Какого-то определенного, четкого формулирования. Нет. Но. В том-то и дело. Нет. Формального, как вот. А теперь еще можешь еще одно замечание, ладно, как бы. Оно всегда... Про в виде отрицания. Про православие. Есть вот как бы сформулировано некое определенное там как бы меньшинство, а как это анти. Есть курильщики, курильщик, а есть те, кто не курят. Угу. Поэтому нет ни курящих, как определенных. Они всегда как противостоят противостоят тем, кто курит. Так и тут. Как бы не, те, кто не. Православие еще пару слов на самом деле.
Потому что нет как бы специфической субкультуры. Есть субкультура курильщиков, определенные это... движения, определенные там пойти покурить. Но... А субкультуры не курильщиков не существует. Принятие православия явилось несчастной так, судьбой русского народа. Что как бы вот, в общем-то, многие беды русского народа связаны с православием. Ну, может быть, да. И мне кажется, в этом вот как бы некое растворяется. Ну и чего, и чего? Так вот, а в некотором смысле крестьянство, православие в частности, оно учит на самом деле, что надо смиряться, да, надо не рваться на какие-то там должности, да, надо вот как бы жить простой жизнью, там, в общем-то, надо Бог, больше Богу молиться, там, может быть, монастырь уйти там, и прочее. То есть, в каком-то смысле, учит отрицанию вот этой нормальной, обычной человеческой нашей жизни. То есть, как бы, надо не об этом заботиться, а о какой-то, то есть, чем-то другом, там, да, о высшем, там, о прочее. Так вот, во многом, возможно, вот, это из поколения в поколение выращенное отношение к обычной жизни, да, то, что потом называется мирской. То есть это как бы в этом даже есть какая-то оценочность, да, вот. Ой, вы там мирские, там, вообще там. Ничего так вот, стоит. Во многом, на самом деле, может быть, и определяет, что как бы русская нация, она вот как-то, в общем-то, достаточно там лениво относится ко всякого рода вот, восхождению по социальной лестнице, там, к заниманию постов, теплых местечек там, и прочее, прочее. И быть может, это, вот, это может быть нормально, на самом деле. Просто исходя из того, как, к чему учит православие. И это может быть надо. Нет, я не знаю, как это относится. Да, у грузин так тоже православие. Самое что ни на есть. В отличие от армян. Они не научились, получается. Да. Они не научились. И да, у них православие гораздо раньше появилось, чем... Не, ну может быть... Нет, дело в том, что в грузинах там уже другая тема работает. То, что они меньшинство в нашей стране, и они как бы группируются вокруг... Как-то. Они создались-то как это... Свою идентичность. В начале 20 века только. До сих пор менгрелы в бесписанности живут, и то... Нет, просто я говорю, что может еще такой фактор играет, я просто как в нашем обсуждении, может такой фактор играет... Роль. Нет, православие ничего, никакой роли здесь не играет. Абсолютно. Но мне кажется, играет. Просто это национальная политика, играет роль только национальная политика советского государства, то есть советская. Вот она имеет роль, которая состоялась в искусственном выпячивании различных этносов в противовес доминирующим русским. Просто есть даже такая тема, на самом деле, что считается, что невозможно не воровать на государственной службе. Ну, понятно, что это воровство, оно противоречит. Евреи бросаются на амбразуру. Вот. Спасать нас от греха. Спасать русских, да. Да, да. Они спасали, они готовы воровать. Допустим, там условно говоря, да. Русские как бы не готовы. Специальная форма наивности. Вот и потом, на самом деле, даже представьте, написано же в Евангелии, что тот служит этому миру, тот это против Бога. Как палач. Вот сейчас этого какого-то, да, какой-то хайфхачик исчез, палач, который был главным акционером Внешпромбанка, да? Не понял, это про слово хачик это что? Да, ну практически, у него какое-то вот близкое как слово хачик. Не, просто хачик это азербайджанский. Армянское. Армянское? Ну. Не падай так низко все-таки, но самые черные краски, это как-то уже... Я ж не пытался философствовать, а теперь это просто такое базарное такое. Что-то. Нет, я тебе рассказываю про национальную ментальность. Это твоя личная, поморская ментальность. Русская? Ачик какой, кто такой? Не, хачик это крест, по-моему, да? Да, что-то такое. То есть христианин, может, а нет, может, не христианин. Просто человек, по большому счету, забирал деньги у своего банка. На это время мало куда-нибудь их инвестировал. Инвестировал в недвижимость, ну, и три яхты. Банкиров, точно так же. Три яхты и два и личных точно самолета. Точно так же русских банкиров точно так же много поступило. Да. Ну точно так же, да? То есть все деньги тратили на яхты. Они все деньги тратили. Тратили на яхты и на дают самолеты. Дают кредиты левым фирмам там исчезает потом. Они я же не о том, не о том, что они деньги воруют. О том, что это происходило в столь наивно... потребительской форме. Не, а потом как бы. Это и был его крест, поэтому я его назвал хачиком. На этих же деньгах, на этих же просто деньгах потом точно так же покупается. Я что проще, это стандартно. Зачем нужны деньги людям? Зачем? Они хоть это дело хоть куда-то и зачем люди воруют миллиарды? Я понимаю, человек украл там. Надо обязательно купить футбольную команду, да? Страсть. Надо всегда обязательно купить три яхты, да. Это же, по-моему, психическая болезнь. Страсть. Куда столько денег, которых не истратить? Ну, Игорь, я не думаю, что здесь национальность играет какую-то роль. В особой форме такой наивности, как бы. То есть у нас уже такой национальные черты там. Те-то такие, другие, а азербайджанцы, значит, какие они? Ну, почему они азербайджанцы-то? Почему армяне? Не, армяне какие? Армяне. Почему? Он не армянин, он кто-то другой. Ящики какие? Не знаю. Наивные, о! Нет, а про армян никогда такого не скажут. Вот ты говоришь, про армян не скажешь. Не, ну они там... Да, наивные потребители. Жизнь там, курточку, да? Да-да-да, наивный потребитель, правильно. Да, наивный потребитель такой.
Не, на самом деле, есть и про европейские народы, про каждую нацию есть какие-то свои там, стереотипы, да. Стереотипы есть. Про англичан. Мы обязаны их про себя воспроизвести. И пока все их не воспроизведем, здесь добился скоро вторгнем. Причем все они питаются какими-то глупыми вещами. То есть, как бы встретили, условно говоря, там немцы, например, русского где-нибудь встречают там на пляже, да, там. Наши же любят ходить там поездить. Там и там теперь все русские шумные, там, это, типа, орут, там, пьют воду, да, и почему-то русские... это бутылками из горла и так далее. И почему-то среди русских туристов тоже самое популярное место отдыха – это те, где русских нет. Ну, это понятно, что потому что на Тагил конкретно рулит и разруливает, а это понятно. А там, где рулит Тагил, Нижний. Это там... на самом деле так, да? Чего? Ну вот я сейчас. Ну что, популярный, что это самый популярный запрос в турагентствах наших, что приходит, как бы, выберите место, где нет русских. На самом деле так. Ну, я слышал. Да, да, да. Ну хулиганы еще. Не, ну говорят. Не, ну просто как бы, ну очень некультурно себя ведут там. То есть вот у меня даже знакомый ездил там куда-то там, куда там, в Индию, там, на Гуа или нет. Ну, в общем, куда-то там. Нагло, бескультурно, там, орут. Там, соседи какие-то были по. Буяне дерутся. Приходилось утихомиривать, да. Такая бывает, и ну, воруют по мелкому постоянно. То есть, полотенце. Наконец-то у тебя проснулась совесть. Полотенце. Я думал, русские честнейшая нация самая. Полотенце. Если говоришь русский, значит говоришь как православный. То есть, это просто все соблюдать. От грузинов понахали. Как интересно удается выживать в Великобритании. Лондон считается чуть ли не меккой, так сказать, всех национальностей, какие только есть. Каким-то удается выживать, они существовать, старались не давать визу. А ну, у них вот королева это. Есть. Вот я сейчас жду, дадут. Ты красиво. Визу собираешься, да? Тебя от фирмы послали? Ну, от России, давайте как бы. А ты что там покупаешь? Ну, мы там эти... Английский так хорошо знаешь. Завершим на хорошей ноте, что все нации хороши, выбирай на вкус, так? Сажай любого. Кроме грузин взял, я бы все грузинов посадил на. Если увидел кучку, короче, которая одной национальности, то есть кучку русских, кучку татар, там, грузин, неважно кого, сразу... Больше трех не собираться. Больше трех не собираться, да. Так что ли? Ну, это твоя логика. Да. Ты такой, я вас сейчас посажу по национальному признаку, а они такие, да нет, мы все геи. Да, ну ладно. Так а что, а что, закон же принят, больше трех не собираться. Больше трех это уже митинг. Молодчики! Так они что, митингуют грузины, что ли? Я не понял, что там. Не, ну это отмазка, то есть это прикрытие. Три грузина собралось, все. Да. А это же, знаете, эту ситуацию была. Какой-то дагестанец был главой ВАКа еще недавно. Какой-то дагестанец. У него там было школу закончил, у него была 1-4 по физкультуре, все остальные тройки. Стал там академиком главой ВАКа. Так он добился до того, что у него в его родном ауле докторов юридических наук было больше, чем пастухов. Не помню, сейчас сидит там за какие-то много этих вещей. Хищение много миллиардов. Он какой-то институт. Эти шутки, знаешь, из какого? Из-за разряда того, что какой-то чувак там это предлагал рельсы смазать этим маслом для того, чтобы поездам быстрее катить. И это как где-то там какие-то мы там действительно думали, что действительно чуть ли не внедрили это предложение. Это из этого разряда. Лишь курьезов-то везде хватает. Ну это почему курьез-то? У тебя как это, как что-то такое случится, обязательно курьез. Вот Покровский центр это курьез. ВАК это курьез, это все кругом курьез. Я на самом деле, если это предложил какой-нибудь русский, что. А, по маслу это наверняка, да. Так а что, не будет быстрее катиться, нет? Катиться-то будет быстрее, без шуток, кстати. Просто он будет тормозиться хуже. Но... Катиться будет лучше, да. Не надо тормозить. А как разгоняться-то? А? Разгоняться-то как? Постепенно. А зачем? По кругу? Уже толкать его, слушай, пружины. Нет, почему? Потихоньку разгонишь. Нет, там песок сыпят. На площадку разгона песок посыпал, он разогнался и помазал. А вот, это сонные поля, кто придумал? Про термоядерный этот реактор. Холодный. Горячий. Горячий, кто придумал? Термояд. А сколько там денег спалили? Наверняка не русские там, и кругом все. А как говорится, атомная бомба? Да, атомная бомба. Не, Капица русский, да? Да, конечно.
А что, просто русская, да? Мало ли какие это, он... Арнольд все время жаловался, Владимир, что вы ходили за два вопроса, а вы случайно не антисемит? Ну, вроде действительно не евреи просто, несмотря на фамилию. Но, кстати, полторы проблемы Гильберт решил. Казалось. Нет, ну, с другой стороны, как бы, русские же тоже много, это что, где решили там. Так что нельзя сказать, что все евреи сделали. Да кто ж тебе такое сказал-то? Ты откуда это решил? Теория относительности. Эйнштейн, да, общая теория относительности. Это известный анекдот тоже, это значит, это собирается, он в любой петербуржце его поймет. Значит, идет сионистский митинг, он выступает там еврей, говорит, что все они, все выдающиеся люди, ученые, были евреями. Ну, значит, там Минковский, Эйнштейн, Ломоносов. Как? И Ломоносов, а как вы не знали, бывший Эрененбаум. Вот у нас все вот евреи вот примерно так вот такие вот, евреи вот все вот у нас в России. Большинство евреев вот именно таких бывших Эрененбаумов. Мне, кстати, это Альберт Милец рассказал впервые этот анекдот в этом мате. А евреи, кстати, про себя анекдоты любят. Ну, а что нет? У них с юмором нормально все. Так и мы посмеялись. Ну, хорошо.